Друзья, спасибо за это время вместе. Драуги, лиас палдес пар шо лайку копа ар jums. Я уверен, что это важно не только для вас, это важно для меня. Es ticu, ka tas nav tikai arī svarīgi jums, bet arī priekš manis. И не только для меня, а для всех нас, для нашего народа. Jā, un ne tikai priekš manis, mums, bet arī visiem kopumā. Пообщаться о нескольких вещах, честно и искренне, да, просто открыто с вами. Es gribētu atvērti, jā, un no visas sirds aprunāt dažas lietas ar jums. Немножко поделиться, во-первых, в условиях войны, как те такие главные моменты для нас, как для верующих были, для моей jā. Семьи. Un paskatīties tieši, kā šis kara aspekts tieši attiecās pret manu ģimeni, pret mums. Я думаю, это вам... Может быть интересно. То есть он сорат будет интересно. Я надеюсь, оно вам никогда не понадобится. Es ticu, ka nekad tas jums nebūs vajadzīgs un nebūs tik nepieciešams, bet... Но, во всяком случае, это дорожку, которую мы уже прошли. Bet tas ir ceļš, ko mēs jau esam izgājuši. Кому-то это, может быть, поможет. Kādam varbūt tas palīdzēs. И, конечно, мы хотели бы тогда немножко теологически, тоже немножко большей картине поговорить Украина, Израиль, вот в этой большой картине, о чем мы сегодня Un tad lielāja šajā bildē es gribētu arī no teoloģijas aspekta parunāt par Ukrainu un saistību ar Izraelu. Прежде всего хочу сказать, что мы живем, моя семья живет... за городом, рядом с Киевом, прямо за городом. Vispirms es gribu pateikt, ka mana ģimene dzīvo ārpus Kijevas, bet tā ir piepilsēta. Где главный военный аэродром? Kur ir pats galvenais kara aerodroms? Который отвечает за Киев, за столицу. Kas atbild pilnībā par visu galvaspilsētu. И за всю центральную Украину. Un visu centrālo Ukrainu. Поэтому мы привычны к самолетам, к военным самолетам. Mēs esam ļoti pieraduši pie kara lidmašīnām. Мы видели, как они тренируются, как они летают. Mēs redzam, kā viņi trenējas, kā viņi lido. Нас не удивить было звуками, сильными звуками, низким пикированием самолетов. Jā, mums nevarēja pārsēt ar tām skaņām, kas bija augstās zemās frekvencijas lidojušiem lidmašīnām. Но все поменялось 22-го. Февраля для нас. Bet 22. Februārī viss izmainījās. Потому что все, что было до этого, это было более-менее... Хотя у нас война уже ведь 8 лет была до этого. Kaut gan 8 gadu bija karš, bet tas viss ļoti izmainījās. Но когда война где-то там, это одно. Kad kaut kur tālumā kaut kas notiek, tas ir viens. Когда война прямо у тебя здесь, это немножко другая реальность. Kad tas ir blakus tev, tā ir pavisam cita realitāte. Я скажу, что мы знали, что война будет. Mēs zinājām, ka būs karš. Нас уже где-то, наверное, месяцев 6-7 было все время информация, что на границе с Белоруссией. Mums jau 6-7 mēnešu laikā jau bija informācija, ka uz Baltkrievijas robežas. Skapļojas огромное количество русских войск. Ir ļoti daudz krievu karaspēku. И мы понимали, к чему это все. Но мы сопротивляем куртас новости. С декабря месяца где-то, с середины декабря. Но декабрь видно, сказал кур. Мы уже знали, что война вот-вот начнется. Мы знаем, что тули саксес каш. И мы уже жили в ожидании каждый день. Мы с каждую день ее гайдаем то. Ты ложишься. То гулает. И ты не знаешь, начнется ночью или не начнется. Он то не знает, нактей саксес или не саксес. Мы отпраздновали Рождество. Носинаем. Война не началась. Не саксес. Мы отпраздновали Новый год. Да, он много носинаем. Вел не саксес. Война, слава богу, не началась. Алдис дьявол не саксес. Мы отпраздновали другое Рождество. Акал накому земсвет. Война еще не началась. Вел нов саксес. Начались каникулы. Саксес бривдиенс. Хотя какие каникулы во время пандемии? Мы ну, же помним пандемия, все это. Tur, jā, перетекающее одно в другое. Венцы утра парплуст. Поэтому, с одной стороны, ты привыкаешь к этой информации. Tu sāc pieras pie tās informācijas. Что война может начаться в любое мгновение. Ka karš var sākties jebkurā brīdī. С другой стороны, ты ждешь этого в любую секунду. Un, bet no otras puses tu gaidi katru sekundu. И лично наша семья, мы хотели, у нас был, мы еще полгода до войны хотели переехать в другое место, в другую страну даже. Mēs gribējām pirms kara ģimene, kā ģimene pārbraukt uz citu valstu, uz citu vietu. У нас была возможность. Bija iespējas. В нас была заинтересованность. Un arī bija interesēt mūsos. Мы думали, что возможно мы воспользуемся. Ну, mēs domāju, ka iespējams mēs to izmantosim. И это было лето. Tā bija vasara. Я пошел косить траву. Es gāju pļaut zāli.
И тогда и обычно, когда кашу траву, я молюсь. Он парасты так, когда испляюсь зал, есть пара слов с Диема, это отсередом. От всего, от абстрагируюсь. То есть, нослав... И могу себе молиться. Я, то есть, пилный бы нос, но висе, он то в армере и лук Диема. Мы уже приняли решение, мы едем. Мы все приняли лайму, мы сбрался. И вдруг этот стих из Деяния апостолов первой главы. Он пеще, но апостоль дарбием, но пирмас нодальс. Он пришел ко мне. Отнац вен ракствует. Не отлучайтесь из Иерусалима. Я, но не отъедет, но Иерусалим. Но ждите обещанного от Отца. Бет гайдет абсолито от Отца. Я подумал, что это значит. Зима каст, каста сыр, мы едем. Знозиме. Мы с брауцем. Уже решен вопрос. Вися винолемц. И 4 часа я косил траву, и 4 часа это местописание во мне. Он 4 стунцы сплял зал, он весь лайк тараксвит мани. И я думаю, окей, сейчас приду, поговорю с супругой. Я думаю, отнакшу ар сиеву парунашу. Что она думает по этому? Ко винь дома пар шо яутаем? Я захожу домой. Es ienāk mājās. И она говорит, ты знаешь? Viņa saka, tu zini? У меня местописание есть в сердце. Man ir rakstvietas sirdī. Да. Es saku, no, da, jā. Не отлучайтесь из Иерусалима. Jā, neiet no Jeruzalemes, neiet projām. И мы поняли, что это от Бога. И мы сапрат, ка tas ir no Dieva. И мы поняли, что Бог оставляет нас в этом месте. Un es sapratu, ka Dievs mums atstāja tajā vietā. Мы приняли решение. Mēs pieņēmām lēmumu. Мы остались. Mēs paliekam. Но ситуация вокруг нас. Но apkārt situācija. Лучше не стало. Было, были свои трудности, которые мы проходили. Я лабак не палик, та потом были лиелс грутības. И мы думали, зачем мы остались? Мы думали, ну капец, мы спаликам. Капец. Как раз вот это самое слово. Капец. Капец. Бог. Ну, вакар сузаздар, латвийский. Мы остались, ну капец. Мы спаликам, ну капец. Капец. Я капец, я, бет ир латвийский капец. А потом было 20 февраля. Он тогда был 20 февраля. Я сидел вечером, смотрел телевизор. Он из вакара скатывал телевизию. И вдруг я так ясно услышал в своем сердце. Он из пешен с вас сирды скайдр садзирдэй. Война будет. Бус карш. Я знаю, когда Бог со мной говорит. Es zinu, kad Dievs ar mani runā. Конечно, я ошибаюсь. Я... Разное бывает. Es kādreiz varu kļūdīties, tas ir normāli. Но тогда я знал, это было четко. 100% я знаю, что это будет. Будет карш. И я, хотя мы уже привыкли, 2 месяца мы уже ждали, каждый день мы ждали. Ну, как мы все 2 месяца гайдам и гайдам каждый день. Но здесь я понял, Бог предупредил. Bet šeit es sapratu, Dievs mani brīdina. И я начал смотреть информацию, в интернете начало много быть такой, за эти 2 месяца быть такой информации. Подготовки к войне. Он не сак пейтит всю информацию, как бы пилнс интернет, как саготовоте с карам. Такие маленькие интернет Maz... брошюрки. Танц брошюринс не лелс. Если будет ракетная атака. Я бы усрать, если узлидоем. Найдите такое Atvod... бетонное место. Я кури бетон стад вид, кур нос. А еще лучше выкопайте яму. Я вари израк бедри, изрот бедри. Или найдите трубу, залезьте в нее. А труд трубу нела это я лела цаурула я. Если артиллерийский удар. Я артиллерийс. Или минометный удар. Вы минметы я обшал. Тогда другая история. Тогда колцит стас. Осколки летят чуть выше 50 сантиметров. Лидо с чемас через 50 сантиметров. Тогда вам нужно найти маленький такой бетонный кусок какой-то, бетона, ну, да? Бетон, габалинь, атрас, куда нослепьтесь. И за него лечь. Он тату ногу лезет. И такие разные брошюрки. Он тадас маз брошюрс сак пейтит. И я начал изучать эти брошюрки. Сак пейтит. Я посмотрел, статитес. Куда надо прятаться. Es paskatījos, kur jāslēpjas. Что отключить. Ко отслегт. И тогда я собрал свою семью. Un tad es savācu savu ģimeni kopā. Жену, сыновей. Savus dēls un sievu. И мы откровенно поговорили. Un mēs ļoti atklāti izrunājam šo jautājumu. Мы сказали, война будет. Ну, es teicu, karš būs. Что мы делаем, если она начнется? Ko mēs darīsim, ja viņš sāksies? И тогда мы проговорили сценарий. Un tad mēs izrunājam scenāriju. Я пошел на двор, и у нас есть два, у нас есть колодец и скважина. Mums ir gan urbums, gan arī aka. У нас в доме нету подвала. Mums nav pagraba. Нету такого места, куда бы мы безопасно бы спрятались
Nav tādu vietu, kur noslēpties, kur mēs būtu drošībā. Такой деревянный дом, деревянная конструкция. Mums ir no koka konstrukcija māja. И бетонные только ступеньки с первого этажа на второй. Un betons ir tikai kāpnes, kas mums no pirmā uz otru такая гардеробная. Un tur tāds maska garderobīte apakšā zem trepēm. Поэтому я понял, в доме мы не спрячемся. Es sapratu, ka mājā laikam nevarēsim noslēpties. Plus, если ракета прилетит в дом. Un ja raķeta atlido uz māju tur. Тогда я пошёл на двор, я Вы знаете, эти от колодца есть эти такие бетонные ямки. Я её знаю, я но ир тадс апали, я гроды, я но бетон. И с крышками бетонными. Он ир тадем такая вакем бетон. Я подумал, подходит. Я думаю, дар. Тас дар. Я открыл их, проветрил, воздуха напустил. Я весь елает гайс иекша. Поставил туда табуретки в одну и в другую. Я тур табурет сел, кекша, вена отра. И потом я сказал, мама с сыном, с одним сыном, вы в этот яму спускаетесь. Мама ар вен дал и устоя. Потому что она поменьше, комфортнее залезть. Я тур тац, мазак, А другая такая, она глубокая, туда надо спортивные уже. Тур тада дзиляк, тур тада спортискаковая вещень. Тренировка. Поэтому, я говорю, старший, ты со мной. Я, мы сначала мама с сыном, мы закроем вас сакам, этим люком. Я мама с дэлу, а мы спрячемся. Я узлек ваку, и тогда я зову. Если же будет другая атака, вот мы ложимся туда. Ja būs cits uzbrukums, tad mēs ejam uz turieni. Но перед этим мы выключим газ. Но bet pirms tam mēs atslēdzam gāzi. Перекроем, ты выключаешь этот газ, ты идёшь электрику отключаешь. To elektrību atslēdz, es gāzi atslēdzu, plāns gatavs. Мы поговорили об этом. Mēs izrunājam to visu. Я вам признаюсь, это было странно. Un ziniet, tas bija jocīgi. Очень странно. Ļoti jocīgi. 21. Век. 21. Gadsimts. Украина. Украина. Посреди Европы. Eiropas vidū. Kyiv, столица. Galvaspilsēta. И ты говоришь о таких вещах, это как будто из далекого космоса. Ну, ты руна про тадам летам, так и на космос, как-то. Слава Богу, когда ваша семья, когда вы всегда одно со своей семьей. Балдис Девом, когда Юсас от Копа, как Венс Весел, Димен. Не все они поняли мое поведение. Варбут, они весь не сопрот ману зведиб. Но все были согласны действовать. Bet visi bijām vienprātībā darboties. И знаете, я скажу вам, это сыграло свою роль. Un es pateikšu, tas nospēlē savu lomu. На следующий день это был прямо перед началом войны, да. Nākamajā dienā tieši pirms kara sākuma. Друзья нашего младшего сына пригласили его к себе с ночёвкой в другое место. Jaunākā dēla draugi uzaicināja ciemos pie sevis uz nakšņošanu. Это было другое село. Tas bija visam cits ciems blakus. И они хотели, чтобы он переночевал там, провёл хорошее время. Viņi gribēja, lai viņš tur paliek panākt un pavadīt labu laiku. С удовольствием пусть едет. Mēs teicām, labi, lai tu brauc. Но верните к нам его этим вечером. Но obligāti vakarā viņam jābūt mājās. В чём проблема? Я сказал, кас по проблема. Мы, ну, война может начаться. Mēs teicām, karš var sākties. Они... Ай, ziniet, attieksme. И наш сын потом от них позвонил. Pēc tam man дал Может, звана. Я могу остаться. Varbūt es varu palikt tur Говорим, tomēr. Нет. Mēs sakām, nē. Тебя должны вернуть. Tev ir jāatvad atpakaļ. И мама этого ребёнка, кому пригласили нас, она объяснила это. Ну, родители... Nu, mamma tur, tam bērnam, kur bija ciemos, nu, ja tu viņu uztraucās, tomēr ziniet, kā tur cenšās izskaidrot viņu rīcību. Ну, знаете, этой ночью всё началось. Un, ziniet, tajā naktī arī viss sākās. В 4 утра 4 no rīta. Наш аэропорт, аэродром и, соответственно, наша территория были атакованы мгновенно с первыми секундами. Visi lidosti bija pirmajās sekundēs viss noklāt raķetēm. Это мгновенно ракеты, сверхзвуковые. Tas bija raķetes, virskaņas. Баллистические ракеты. Баллистическая ракета. Чтобы вы понимали, что такое баллистическая ракета. Я знаю, как это баллистическая ракета. Она летит в космос. Она летит аукша, в космос. А потом оттуда с огромной скорости падает вниз. Он тогда армил зигатором и кридзиме. И у Украины не было чем такое перехватывать. Он не битая бриди и ручка сварят партверту. Поэтому в 4 утра мы проснулись от такого 4 no rīta, mēs tād... громкого взрыва. Но тогда драусмиг скаль спрадзиена. Это была серия взрывов. Tas bija vesela sērija. И наш дом от каждого взрыва, от волны, от самой волны, не от взрыва, от волны. Un mūsu māja no šīs te sprādziena viļņa. Казалось, дом сейчас
как карточный домик сложится, likās, и мы под ним будем. Тулитас, likās, ka saliksies, ka kārš namiņš. Ну, слава Богу, дом оказался прочнее, чем мы. Yeah, bet, paldies Dievam, Dievs, мы думали, и скажу вам, что даже до сих пор за все эти вот полтора года таких атак было много. Я, patēcoties tam, ka pusotra gada laikā bija ļoti daudz šo uzbrukumu. Даже сегодня я когда ложился спать. Pat šodien, kad es gāju gulēt. У меня на телефоне есть приложение ракетной угрозы или дроны. Man ir aplikācija tāda, kas rāda par visām raķešu uzbrukumiem un droniem. Дважды была воздушная тревога именно в моем месте. Un tieši mūsu vietā, kur es dzīvoju, bija gaisa trauksme. Иногда это значит ложная тревога. Citreiz var arī, nu, kā varbūt netieši, viņi nebūs tas briesmas mums, jā. Но чаще всего это атака. Bet visbiežāk tas ir uzbrukums. А в первые два месяца битвы за Киев это всегда была атака. Bet pirmos divus mēnešus vienmēr tas bija uzbrukums. И мы видели все, в общем-то, мы видели, как в наших в окна смотрели воздушные бои были. Mēs redzējām, ka gaisa kaujas virs mums. Был один бой, мы его видели в окнах. Mēs caur logu redzējām visu to kauju. Что наша авиация, наши самолеты, мы не знали, сколько это было темно. Ka mūsu lidmašīnas, tas bija tums. Они сражались с другими самолетами. Viņi redzēja, ka noteikti cīņas starp lidmašīnām. А потом мы узнали, что наши два самолета поднялись навстречу русской авиации. Pacēlās pretī krievu авиации. Их было 12. Viņi bija 12. 2 против 12. 2 pret 12. Один погиб, к сожалению. Viens mūsu karējus gāja bojā, lidotājs. Они позволили уйти другим самолетам в безопасное место. Bet viņi atļāva pārējām lidmašīnām pamest šo vietu un aizlidot uz droši vietu. Были такие моменты, когда ракета с земли поднимается и летит прямо над нашей крышей. Может быть, нам казалось метров 15 над крышей. Mums likās, 15 metri virs mums lido raķeta. И ты видишь, как она летит. Un tu redzi, kā viņa lido. К тебе и над твоим домом. Jā, это сверхзвуковые ракеты. Un pāri tās bija virskaņas raķetes. А навстречу ей летит с другой стороны. Un otrs puses lido atkal cita raķeta. С огненным всем этим угунцасти. Шлейфом, хвостом. Все с такими клубами, все красиво. Tu ļoti skaisti izskatījās, protams. Да. И наш младший сын, он как-то переживал это дело. И mums jaunākais dēls pārdzīvoja to visu. И поэтому мама с ним уходили в эту каморку под лестницу. Jā, un tāpēc viņš kopā ar mammu gāja uz to mazo kambarīdzi. Там были сумки с вещами. Tur bija somas jau gatavas piekrāmāt. А некоторые тревоги были по 3-4 часа. Un citas bija 3-4 stundas. И когда тревога, воздушная тревога, ты свет ты не можешь включать. Un, kad ir gaisa trauksme, nedrīkst gaismu ieslēgt. И с наступлением темноты надо было не только выключать весь свет. Kad bija tumšs, tad ne tikai bija aizslēdz visu gaismu. Нужно было одеялами завесить все окна, любой просвет должен был быть закрыт. Jā, ar sagām bija aizslēgt pilnīgi visi logi. Это как Вторая мировая война. Nu, ko otrā pasaules karā. Заклеивали окна. Atceries, aizlīmēja logus. Мы таким скотчем клеили такие кресты слимаем, на окнах. Я тадз крустас уз логием. Это не знак, в смысле, да, что зима. Сюда ракете запрещено. Я, это айзлес ракета еле дот. Это если осколок попадет в окно, я гадима кад щема трапа. Тогда оно не рассыпется все. Винч вис тогда будет дырка, но не будет не рассыпется все окно. Ну я не вис вис лог сабрукс мазос габалинь. И поэтому когда темнота опускалась, а в феврале зима ранняя, темнота наступает рано. Лёд и тумш, лёд агрир зима. Как только опускалась темнота, ракетная атака была сразу, как только темно наступает. Un vienmēr bija uzbrukums, kad sākās tums. Потом в начале ночи, где-то в 12 в час ночи. Tad 12 un naktī un 1 а потом обязательно в 4 или в 5 утра. Un tad vēl 4-5 no rīta. И так ты живешь каждый день. Un tā tu dzīvo katru dienu. То есть ты только лег, ты вскочил. Tu kā iemigu, akal tu pielec kājās. Ты только прилег, снова ты вскочил. И в таких условиях, с такими глазами ты живешь. И если у тебя свет в это темное время, наши солдаты ходили, и они стучались в двери, потому что это опасно. Jā, ja bija gaisma, tad mums zaldāt nāca un klāvēnties, tas ir bīstams, slēdzēt ārā gaismu. И тут две было опасности. Опасно для самих людей. Pirmkārt, tas bija bīstam pašiem cilvēkiem. А во-вторых, это метки для аэропорта, по которым могли наводить ракеты. Un tas arī bija iemesls, kā varēja raķetes novirzīt. И у нас был такой странный случай. Mums bija ļoti interesants tās dīvainas gadījumas. Если это скучно, скажите мне, что это скучно. Jā, ja kāds ir garlaicīgs, sakat. Это скучно, мы идем дальше.
Или рассказать вам детали. Рассказывай, да. Еще у нас был такой момент прямо накануне войны. Tieši pirms kara bija tāds notikums. Нашу электрическую систему, электричество. Mūsu elektrības sistēmu. Должны были на несколько дней отключить от России. Vajadzēja atslēgt no Krievijas. И подключить к европейской системе. Un pieslēgt Eiropas sistēmai. Это такой тестовый режим. Tā kā tests, uztaisīt testu. И нас предупредили об этом везде, новости. Un mums brīdināja par to visur ziņās. Но прямо перед войною я увидел возле нашего электрического столба, этого электрики. Un tieši pirms kara es ieraudzīju pie mūsu tā elektrības staba. Такого совсем не электрика. Pavisam tās neizskatījās pēc elektrības. Я не знаю, есть у меня пастор познакомил сегодня с братом полицейским. Jā, man šodien iepazīstināja ar vienu policistu brāli. Nu, tur redz, ka viņš ir policists, jā. Ну, ты спецей. Сразу тоже хочешь. Я говорю, здравия сгребался, я пашам стал стар. Знаю, или так, или так. Я, ну, ты... давай так. И я смотрю, совсем не электрик. Мы скатывались, но на голове пец электрик не искатывался. Здоровый. Да, что ли ты душик? Ну, мощный такой. Ну, спецей. И конечно, мы еще пока не, может, не все у нас так технологично, как у вас. Может, в Европе. Нау, тик технологическая юмса Европа. Но мы и не как это, мы не в Советском Союзе. У нас, ну, слава знаю, Богу, подумаем, Совене, у нас много очень технологичных хороших вещей. Ирари дал с технологической. И электрика у нас на хорошем уровне. Электрии бары лабал имени. И машины, которые приезжают электриков. Un tās mašīnas, kas elektriķi atbrauc. Это не, я имею в виду, это не Lexus. Nav Lexus, protams, kā jums. Но это и не УАЗик старый, советский. Nu, arī nav vecie mazīki. Зеленый свет покрашенный. Jā, ar zaļu krāsu. Военный УАЗик. Jā, ar pinzeli nokrāsots. И он там возле нашего столба крутится. Un es skatos, viņš ir apkārt ņemās ap to mūsu elektrības stāvu. И я, знаете... Я немножко подозрительный бываю. Es tāds satādās bišķiņ tāds, ну, ar aizspriedumiem ar teikt. Tāds aizdomīgs, aizdomīgs, jā, jā. Я задаю иногда неуютные вопросы. Kādreiz tāds, varbūt, netaktīs jautājums uzdod. И я спрошу, что вы делаете возле нашего столба? Es saku, ko jūs šeit darat pie mūsu staba? Un tam мы подключаем систему к... Viņš saka, mēs pieslēdzam sistēmu tur. А потом мы узнали, что на нашем столбе была метка, поставили метку. Tad mēs uzzinājām, ka uz mūsu elektrības staba uzlikt lāzera tādu zīmi, signālu. По этим лазерным меткам они шли на аэродроме, их авиация шла, их вертолеты, авиация шла. Viņa aviācija gāja tieši pēc šīm zīmēm, kas bija saliktas uz to mūsu aerodromu. Эти метки они иногда оставляли на асфальте. Citreiz bija uz asfalta atstāt tādas zīmes. Или на зданиях. Citreiz uz mājām lika. На столбах. Citreiz uz stabiem. И их вот эти вот подразделения, их штурмовые подразделения тоже должны были идти по этим меткам. Ну, там узбрукумом бы я и теж по шим-то займаем. Поэтому, когда кто-то возле вашего столба там подозрительно крутится. Я только с дивайн струавкар гроза, собственно, ей. Перед войной. Я здесь перед скара. Надеюсь, вам это не понадобится. Я с царком со снегу с непецешем. Но это наш опыт, это наша история. И потом... И ты эту метку маркером не можешь закрасить. Ну, ты не вар меня искрасывать. И наши солдаты потом ходили, они смолой специально ее... Они специально арпить, не им, он весь это смеряет цвет. Поэтому это таким было для нас начало. Это бы тац мус сакумс. Но вот эта внутренняя готовность... Ведь ши якшая какая-то саготовотība. Она помогла нам не потерять голову. Мус палидзе не позаводает голову. И когда война началась, и когда я встал с первым взрывом, un, kad karš sākās, un es piecēlos ar pirmo sprādzienu, мои первые слова были: началась война. Un pirmie vārdi bija: sākās karš. Моя жена сказала, она запомнила эти слова навсегда. Viņa teica, man sieva pateica, es atceros šos vārdus uz visu mūžu. Но мы знали, что делать. Bet mēs zinājām, все ko darīt. Знали, что делать. В семье. Visi zināja ģimenei, ko darīt. Все оделись. Visi apģērbās. Спустились, куда надо было. Nu, aizgāja kāds подключали sovietu, все коммуникации. Atslēdzām komunikācijas. Были готовы спуститься в люки. Bijām gatavi tajās lūkās, tur ielīst iekšā katrs. Знаете, этим летом я снова проветривал. Es šovasar arī visu izvēdināju. Колодец там. И я открыл эти люки. Un es atvēršu šīs lūkas.
И смотрю, там табуретки эти. Я скатался, он тут табуретки стал. И они уже сгнили от сырости. Но митром. И это было такое чувство, как будто я вернулся снова в 22 февраля. Зинтация это к 22 февраля. Это неожиданно, это необычное чувство. Но когда ты готов к этому. Конечно, ты никогда не будешь готов. Ты никогда не будешь готов. Потому что ты не знаешь, как это все. Я то не знаю, как это все снотикс. Но когда ты внутренне готов. Но когда ты если готов. У тебя есть какой-то тот стержень, который помогает в тебе вот в этих экстремальных условиях? Я тебе ревитал такая стенция, что то есть готов, то есть готов с экстремальным ситуациям. Он тебя раз и группирует, ты. То такая сагруппея есть. И моя жена говорит, ты всегда намного более спокойнее в трудностях, чем в спокойное время. Man sieva pateica, es daudz labāks un tāds sagrupējies grūtībās nekā parastos laikos. Я не знаю, это, наверное, от Бога какая-то такая способность для меня. Tāda Dieva dāvana priekš manim. В экстремальных условиях я себя чувствую более собранным, как это, на своем месте, чем... Es vairāk esmu savāks ekstremālās situācijās nekā ikdienā. Мы видели разное. Страх – это самый большой враг, друзья. Он боялся весь бресмигакой синайдникс. Мы видели, как тут же люди падали в панику. Мы смотрим, как сакас паника. Люди теряли способность спокойно думать. Человек и позвал до себя думать. Это самое худшее. Это бресмигакой. Мы видели, что кто-то сел на машину мгновенно. И как можно дальше уехали. Как седас машина, он девас пром, тал, какур. Вы должны понимать, что все дороги они были мгновенно закупорены. То я собрал, как весь цель бицет автоматически. Огромное количество людей, огромное. Люди дал человек, милзик дал зам человек. Тысячи машин мгновенно поехали как можно дальше от Киева. Машин центрас брал промно Киев, стукстош. Наступление было с нескольких сторон. Но я кампусаем узбруком с Киева. С Беларуси. Ну, Балкревий спус. С востока. Это там, где у нас война уже было 8 лет. На острове, куда 8 годы я был. И с севера, с России. Он с землем, но Кревий. Поэтому три направления мгновенно были под, ну, под не только ракетными ударами, авиацией. Авиация бомбила. Три свирзы, не только зем бомбардешенс, а авиация, которая у нас рядом вот село 3 километра от нас. 3 километра от нас. И там церковь, евангельская церковь. Он тоже полный евангелий драудз. И пастор этой церкви. Он драудз мацитайс. Самолеты атаковали аэродром наш. Развернулись. И у них еще оставался какие-то заряды, бомбы. И они скидывают это на жилые кварталы, на жилые районы. И не важно, что это не военные объекты, ничего вокруг нет. И они скинули, и такая бомба прилетела прямо в его двор. Un tieši viņa sētā nokrita viena no tādām bombām. Разбомбили. Jā, pusmāja vienkārši nogruva. Маленькие дети в шоке. Мазе бэнь шока. И так это такая реальность, в которой люди оказались. Да, это реальность, откуда катерте все человек нокрил. Поэтому одна вот были две трассы, которые еще были свободны. Vēl bija divas trases, kur bija daudz maz brīvs. Одна это Житомирское направление. Viena Житомир спуси. Это ближнее к Беларуси, это западная Украина. Tas rietumu Ukraina tuvāk. И, к сожалению, туда прорвались, и они зашли танками, всем, что только можно, зашли. Un viņi iegāja ar tankiem arī no tās puses. И через буквально короткое время они перекрыли эту трассу, расстреливали все, что там едет. Un viņi galvenais sāka apšaut viss, kas bija uz tās trases. Танками расстреливали. Бежар танкием. Пулеметами. Всем, что только можно. Вискас шапа человеки. Обычные машины. Это парастас не машины, это не военные. Она в армии. Дети. Бэрни. Женщины. Сиевец. И потом вы увидели Бучу, Ирпень, все, что, все, что вы видели. Бучу, Ирпень, которые снова так драматические следы. И мы, наверное, мы тоже думали, что... Да, война, но есть какие-то правила. Но мы думаем, Марин, ну карш слабый, бы тир какая-то нотейкум, ир какая-то. Мы, к сожалению, быстро выучили, что правил с Россией нет. Но мы сапартам, как криви, нау никакая отликум. И поэтому, когда наша трасса, это вторая стратегическая трасса, южная трасса. Он утром в муз день витрас, таби стратегическая трасса. Она была вся забита машинами. Таби пилнер машинам. И знаете, такой интересный момент, я его для себя запомнил. Я пошел тоже сразу покупать какую-то еду. Я говорю, гаю, зря спирт какого-то. Адамо.
И у нас было еды немножко. Mums bija nedaudz ēdiena. Но мы понимали, сейчас все ринутся все скупать. Mēs saprotam, ka visi skries pēc pārtikas tūlītās. А вы должны понимать, что удар был настолько спланированный. Un tas uzbrukums bija tik saplānots. Они атаковали сразу военные все ключевые аэропорты, системы ПВО. Visas mūsu pretgaisa aizsardzība, aeroporti, visi lidlauki tika vienlaicīgi. Но вместе с этим они атаковали сразу все, что инфраструктура. Bet arī sāk uzbrukt infrastruktūrai. Это вся логистика, я имею в виду все супер все склады больших супермаркетов. Ja, visi lielās noliktavas, kas bija supermarketiem. Tieši, kur bija pārtika, viņi tika iznīcināti. Все, что связано с сотовой связью, все сразу было атаковано. Viss, kas saistīts ar mobīliem telefoniem, tika visi storņi iznīcināti. Все, что было с логистикой, большие грузовики, все было атаковано. Tur, kur bija loģistikas centri, kur bija smagās Поэтому mašīnas, viss tika iznīcināts. Ēdiens momentāli pazudis. Все, что могли завести в супермаркеты, то, ko visi ievarēja ievest, все было разбомблено. Viss bija vienkārši sabombardēts. Поэтому супермаркеты все были закрыты. Tāpēc supermarket visi aizvērās. Связь пропала. Сакару нав. Ни телефона. Ne telefons. Ни интернета. Интернетс нека нав. Банковская система легла. Банка система не страда. Если у вас все на карте. Я вам свистерю с карты. Банковской. Uz kartiņas Вы не можете ничего снять. Jūs neko nevarat noņemt. Они не работают. Viņas nestrādā vienkārši. Вы не можете расплатиться банковской картой. Jūs nevarat neko samaksāt. Все, чем вы могли первое время. Ko jūs varējāt vienīgais, ko darīt. Платить. Un samaksāt. Под подушкой, если спрятали. Tas bija, ja tev skaidri nav bija zemspilvā. В носки засунули. Vai zeķītē iebāst. Конечно, у вас заначек от ваших жен нету, я знаю. Ja, es zinu, ka jūs neko neslēpjat no jūsu sievām, no savām sievām. Да, но оно помогает. Bet šoreiz man palīdzēja. Налични. Ja, skaidri nauda. Это единственное, за что вы могли покупать. Par ko mēs varējām nopirkt pārtiku. Вначале все было абсолютно закрыто. Viss bija aizvērts. И я помню, единственное, что было, куда стояли очереди. Vienīgais, kur stāvēja rindas. Православная церковь. Uz pareizticīgo baznīcu. Я даже не знаю, это московский патриархат или украинский. Я не знаю, это был украинец, это московский Огромная очередь туда стоит. Bet briesmīgi rindi stāvēja. И мы спросили, что раздают там? А мы спросили, что тут так дают? Что там такое? Колбаса. Деса. В одни руки давали полкилограмма колбасы. Катрам дел по полкилограмма десас. В другие... А, окей. В одном десе, в другом айзе. А в одни руки, да. А в другие руки давали полкилограмма сосисок. А, утром околдев и веспей, да, свои цисинь. Конечно, бесплатно, гуманитарная помощь. Ну, так как гуманитарная полезность, да. Но я запомню это навсегда. Но если вас срешилось. Это помогло нам прокормиться. Это смус полезность изживут. До того момента, когда начали открываться маленькие частные магазины. Листом бридим, когда мазе вейкалини, ну, приватные сак отвертись. Я не знаю, как у вас здесь. Es nezinu, kā pie jums. У нас все в больших супермаркетах. У нас visi lielos supermarketos mums visi pārdodās. Супермаркеты были полностью в ауте. Ну, viņi bija pilnībā. А что в маленьких магазинчиках? А kas mazos veikaliņos? В которых там не покупали уже долгое время. Neko neviens nepirk. Немножко еды. Bišķiņ ēdiens. Все старое. Viss vecs. Плохого качества. Sliktas kvalitātes. И все Сотни, тысячи людей бегут в одни и те же маленькие магазинчики. Un visi simti tūkstoši skries tiem maziem veikaliņiem. Потому что то, что ты сейчас покушаешь, Tāpēc, ka to купишь. Tagad nopirksi. Это то, что ты, может быть, несколько дней будешь потом всю свою семью кормить. Iespējams, ka tu visu nedēļu baros ar to savu Поэтому ģimeni. Мы все бегали, вот эти все сотни людей бегали из магазинчика. Mēs skriem no veikala uz veikaliņu. В одни и те же. Jā, lai kaut ko varētu nopirkt. И ты уже не выбираешь. Un tu jau neizvēlēsi. У вас есть масло. Vai jums ir tur sviestiņš? А у вас такое масло есть. А тāds sviestiņš jums ir? Нет, такое есть. А такой сыр есть? Jā, tāds sirs jums ir. Ja ты спрашиваешь, у вас вообще что-то есть? И ты просто испар kaut kas ir? И ты счастлив, если еще что-то осталось? Un tu esi pateicīgs un priecīgs, ka kaut kas ir. Ты не спрашиваешь, сколько это стоит. Tu pat neprasi, cik tas maksā. Ты платишь все, что у тебя есть. Tu maksā visu, kas tev ir. Потому что это вопрос, чем будет питаться твои дети, твоя семья в ближайшие дни. Jā, ko ēdīs tavu ģimeni, tavu bērnu. И первые дни мы только думали, как найти еду. Un pirmās dienas bija tas, ka mēs domājām, kur dabūt ēdienu. Это чем мы были заняты? Ar ko mēs bijām aizņēmi? Днём, утром. Jā, no paša rīta. Но в плюс, когда ты переходишь через эту трассу из одного села в другое. Ну, когда ты аизи, ну, текст, ну, венцем. Тогда ты не знаешь, что ты там в полях
встретишь. Ты вари, не знаю, кого ты там встретишь. Кур ты тур састам, потому что их диверсионные группы были везде. Тур би даус диверсии группс виса. А еще летел самолет с десантниками русскими наш аэропорт захватывать. Он тур вели дой лидмашина с десантниками. И наши его сбили. Муса я винь нотрет. Но они успели выкинуть парашютистов. Но бете парашютист успел излект. Буквально в километре в двух от нас. Дил километр на мом, сайзмугуре. То есть в тылу бродят. Tas ir kaut kur aiz muguras, tev viņi kaut kur staigā tur apkārt. Не люди. Ну, vienkārši не cilvēki. Все, что в Ирпене было в Буче, то, что вы видели. Tas, ko mēs redzējām Ирпене, насиловали женщин. Vienkārši вороя сиели. Детей насиловали, маленьких, грудных, я имею в виду. Ну, обезглавливали детей. Tur vienkārši, ну, женщин насиловали, потом сжигали. Pēc tam sdedzināja cilvēks, un tas vienkārši neprāts kaut kāds. Это реальность, которая вдруг к нам пришла. Un tā bija realitāte, kas pēkšņi pie mums atnāca. И ты понимаешь, эти ребята бродят у тебя сзади. Un tu zini, kaut kur tur viņi staigā aizmugurē. А впереди разные диверсионные группы. Un arī nopriekš ir diversijas grupas dažādas. И, конечно, у нас рядом был блокпост такой большой. Построили. Причем построили. Мы блоку старые, тот блокпост, который были мусс армии. Сами же мужчины из села вокруг. Я, он те тем поешь, бы то весь сбываешь. Соединились. Весь афиноец. Я вам скажу, это одно из самого невероятного, что. Тот бы пац не тот самый, как. Все сразу сгруппировались. Весь бы тот. Все соединились. Весь тот виноты и батнац. Все начали делиться друг с другом всем, что было. Ар висием. Все подоставали своих погребов. Весь истерии соус погреб. Помидоры, картошку. Весь томаты, картофель. Все, что было. Весь казбей. Твои соседи тебе сказали, у вас есть что покушать? Ну, проси. Приди, возьми. Те на кое сами на чурпане, паши наца, нас он полидзе. У вас есть куда спрятаться? Твоем сирку нос лептес. У нас есть погреб. Мум сир погреб. Там рядом был один погреб. Тур бе блакс винс погреб. Там было 25-30 человек. Tur bija 25-30 cilvēki, kas slēpās. Pri každai raketnei atakai. Kā tikko raķešu uzbrukums, viņi visi gājas turien. Такое единство, которое мы пережили. Tāda vienotība, ko mēs piedzīvojām. До этого все живут. У тебя свой забор. Pirms tam mums bija savs žodziņš. И ты рад, что у тебя свой забор. Un tu esi priecīgs, ka tavs žogs. Что сосед не может тебе в дверь там стучать. Jā, ka kaimiņš nevar ienākt tavā sētā un klauvēt vienkārši tāpat tās. Jā, vai kaut kur par radiatoru. Ну, знаете, как в батарее, да, в квартирном доме. Daudz dzīvokļu mājā, ka tur kāds cits tev, jā. Ложка упала, тебе уже звонят. Jā, jā, kaut kas nokrit, tev jau zvana jau tur uzreiz, kur trokšņi. И ты рад, что у тебя есть свой забор. Un tu esi priecīgs par savu žogu, kas tev ir apkārt. Но в этой ситуации bet šajā situācijā, заборы уже не имели значения. Jā, tam žogam nebija vairs nozīmes. Все сплотились. Visi bija vienotībā. Кто мог, те пошли на баррикаду. Kas varēja, tie gāja aizstāvēt uz barikādēm. Нам повезло. Mums ļoti paveicās. У нас рядом в селе жил военный. Mums bija blakus viens virsnieks, kas dzīvoja. Который был в Крыму. Kas arī bija savā laikā Krimā. Когда Крым оккупировали. Un kad Krim okupēja. Он был один из последних, кто вывозил печати, документы. Viņš bija viens no pēdējiem, kas izved dokumentus. Боевой офицер. Kara virsnieks. Поэтому он сразу вокруг себя. Viņš uzreiz apkārt ap sevi organizēja cilvēkus. Обычных. Parasts cilvēks. Parasts cilvēks. Мужиков. Vīriešus. И сразу очень грамотно построил систему. Viss izveidoja sistēmu ļoti gudri. Я даже думаю, не все военные, наверное, так профессионально. Es domāju, ka ne visi pat karavīri tik profesionāli. К нам потом приезжали комиссии. Pēc tam komisija izbrauc pie mums. Потом он вырыл, дал указание, вырыли, приехал трактор сельский, вырыл там эти землянки. Tur pat bija tās, tagad zemnīca, jā, zemnīca, ierak zemē iekšā, viss ļoti profesionāli. Потом кто-то сварщики, они начали это распилили такие рельсы. Pēc tam metinātāji tās sliedes tur sagriez gabalos. И их спаяли, и эти un izveidoja to sēžu. Противотанковые такие. Ir tā deži, kas tiek izveidot pret tankiem, lai nevar iebraukt. Кто-то там паял, это ёжики такие. Jā, kāds to visu metināja kopā tur. Кто-то на этот блокпост видно айтишник был. Un kāds IT speciālists. Светофор повесил уже. Viņš tur vēl luksofor kaut kā. Потому что все машины, которые проезжают туда и сюда, они должны были останавливаться. Tāpēc, ka visām mašīnām, kas brauc tur patpakaļ, они должны были выключать фары. Bija jāizslēdz lukturi. Их сразу проверяли все, что внутри машины. Un viss pārbaudīja, kas ir iekšā mašīnā. Все документы сразу Dokumentus. Проверяли. И не важно, что ты в этом месте живешь 10, 20, 30 лет. Vai tu dzīvo 20 vai 30 лет. Тебя все знают. Tevi visi zina.
но тебя обязательно спрашивают документы. Bet tev obligāti paprasīs dokumentus. Был такой странный случай. Bija tāds dīvains notikums. Один дедушка. Viens vectēvs. Все время проезжает мимо моего дома. Vienmēr brauc garām manai mājai. Katru rītu. В одну сторону. Uz vienu pusi. И потом днем обратно. Un dienā atpakaļ. Годы. Gadiem. И все время здоровается так с нами. Он vienmēr pasveicinās, ļoti tāds laipns bija. Но когда началась война? Но когда сакас карш? Нам сказали, что русские используют красный цвет. Mums pateica, ka krievi izmanto sarkano krāsu. У них красные были ленты. Viņiem sarkans lents bija ap roku. Такой пластырь. Jā, tas ir sarkana uzlīme. И вообще красный цвет используют русские. Jā, un pamatā sarkano krāsiņu izmanto. А у нашего сына была красная шапка. Bet mūsu dēlam bija sarkans cepur. Зимняя. Ziemas cepur. Современная, модная. Nu, moderna. Он верил, купил. Jā, viņš nopirka viņu. Радовался, красная шапка. Прецей, су, саркан цепур. И тут мы вышли на улицу. Un tad mēs izējām uz ielas. И ты видишь, как люди от страха теряют разум. У, tu redzi, kā cilvēki vienkārši jūk prātā. И этот дедушка, который каждый день с нами здоровался. Un katru dienu tas vecās, kas brauc garām un sveicinājās. А мы еще вышли, это же пандемия. Там vēl bija пандемия. Мы в масках. Mēs ar maskām izējām ārā. Тут маска, тут шапка красная. Jā, tur саркан цепур, маска вирсу. И он, а почему вы в шапке? Я говорю, капец, у сар цепури. А почему вы в маске? А капец, у с маска. И было секретное такое слово. Ну, бита слепенс варц. Которое русские не могли произносить. Какое криво волода не варит патейт. Паляница. Паляница. У них какие-то проблемы с какими-то произношениями. Виними проблемы, если не варит то салит копа, то с буртинь ста. И он такой, скажи паляница. Вы сака саки паляница. И я спрашиваю его, в смысле? Я говорю, капец. Да вы здороваетесь с нами 10 лет последние, каждый день. Варбум свейцидес. Какая поленица? Какая поленица? Мы живем вон рядом, соседи. Мы живем, благ с каймин. А, ну я смотрю, вы в маске. Я сказал, что маска. Мы говорим, так пандемия. Так пандемия. У вас красная шапка. Он саркан цепур вел голова. Мы говорим, наш сын ее носит уже сколько. Если он знал, что то годы, не знаю. Почему я вам рассказываю эти истории? Ну, капец, я сам то стаст. Они вроде смешные. И как, ну, как косари смешные. Но они показывают вот эту бытовую реальность. Бет, они порадуют то реалу, в которой ты вдруг оказываешься. Курту пейши ноклюст. И из-за подозрительности и страха. Он шеем то айздомом он байлен. Люди начинают вести себя странно. Он целовак сак лёдивай нузвестес. И это касается не только неверующих людей. Un tas nav tikai neticīgajiem. Это касается каждого из нас. Tas ir katru, uz katru mums attiecās. Если ты позволишь страху атаковать тебя, ja tu atļausi bailēm sevi uzbrukt, ты теряешь способность. Tu pazaudēsi spēju. Спокойно смотреть по сторонам. Мерик, скатите сам. Если ты потерял эту способность, он я то есть позаудешь его спеть. Ты начинаешь делать глупости. Он достал зарить мультибс. Ты тогда думаешь, может я должен сделать вот это? Ты думал, вроде я издерта. А может я должен убежать туда? Вроде мы я баку стурен. Но мы знали для чего мы здесь. Мы знаем, капец, мы. И знаете, каждый раз, когда мы завешивали вот эти шторы, он катрейс, когда мы сайзы сам логусер. Старые одеяла советские пригодились. Я вэце сагс подо. На гвозди прибиваешь. Я рнаглам пьесит. А потом у нас это стало такой процедурой ежедневной. Он там их день с процедурой. Отработано семейный вариант. Весь его день меня страдает. Жена одну табуретку ставит. Съел вен табурет. Ты другую табуретку ставишь. Лику. Ты гвоздики уже дырки там уже, ты гвоздики ты, это ты вставляешь. Цаурумин, ты венкаешь, нагло не справод. Одеяло прикрепил. Я нос ты принесаю. И как только ты эту свету маскировку сделал. Он такой, тут айсерга, свистайся. Мы сразу начинаем молиться. Он мы саком лук. Здравствуйте, кому. И знаете, мы, конечно, может сегодня вы видели, как я, может быть, там стоял, так это. Юс варбу чёрный резет, кешу не та став та, ну та. Ну вообще, вообще по, ну по своей натуре мы такие громкие. Я писал с бутой, все со слёт скальш. А моя жена, она была вторым пастором в одной из таких больших церквей в Ялте. У меня сел бы утро, я смотрю, и та вина драудзе. Сильная женщина. Ļoti spēcīga sieviete. В своей вере. Ticībā. Слава Богу, мне повезло. Слава Dievu, man ir novēcies. И мы как-то, поэтому мы всегда сильно молились. Mēs vienmēr stipri lūdzām. Мы никогда не молились такими тихими. Mēs nebijām tādi klusiņi. Шими-шими. Jā, tu šuk-шuk. Не наш вариант. Jā, tas nav mūsu variants. Думаю, ну, мы знаем, когда тихо, когда громко. Mēs zinām, kad skaļi un kad klusu.
Но это была особенная молитва. Bet tas bija īpašs lūkšanas. Каждый вечер это была молитва, не похожа одна на другую. Katru vakaru tā lūkšana bija līdzīga arī iepriekšējo. Mēs doverējām Dievu. Mēs vienkārši uzticējāmies Svētam. Мы начинали молитву, мы полагались на Бога. Mēs sākām lūgt un uzticējāmies Dievam. Иногда мы поклонялись все время. Mēs citreiz tikai pielūdzām. Иногда мы поклонялись в Духе Святом все время. Citreiz mēs garā tikai pielūdzām Dievu. Иногда мы провозглашали какие-то местописания важные, которые приходили нам в сердце. Citreiz mēs pasludinājām rakstu vietas, kas bija sirdī. Это каждая молитва была особенная. Katra lūkšana bija īpaša. И мы чувствовали вот то, почему мы здесь un mēs sapratām, tas ir tas iemesls, kāpēc mēs šeit palikām. И знаете, мы начали молиться о таких вещах тогда. Un mēs sākām lūgt par tādām lietām tajā laikā. Которые казались на тот момент невозможными вообще. Likās, tas nav iespējams vispār. Киев мог быть захвачен в любой момент. Киев varēja kur katru brīdi ieņemt. А мы молимся. A mēs lūdzam. Пусть Крымский мост будет разрушен. Lai Krīms stils nobrūk. Господь, верни Крым Украине. Dievs atdod Krīmu Ukrainai atpakaļ. Mariupol в оккупации уже. Mariupol jau И мы молимся за все эти города. Чернобыльская АЭС захвачена. Yeah, Černobyļas atomstācija tika jau И мы молимся, Бог сделай чудо. Mēs sakam, Dievs izdar brīnumu. Пусть туда придет свобода, lai пусть tur atnāk brīvība, не взорвут Чернобыльскую АЭС. Lai neuzspridzina šo te Мы молились atomstāciju. О таких моментах, которых... Liekas, lūdzam par tādām lietām. Кажется, ты бы выжил бы здесь. Ты бы ты изживал. О чем это? Это как космос. Ты руна про какой-то космос тут лудзи, а тут дома по изживошен. Прошло какое-то время. Погай, как лайкс. Мы отстояли Киев. Киев тих носоргат. А потом ты слышишь. Он тут зирды. Что-то с Крымским мостом произошло. Как это Крым стил тебя нотика? У нас есть мэр Киева. Очень известный человек, чемпион по боксу. Маркиве, вы знаете, наверное. Бокс чемпион. Кличко. Кличко. Ну, то есть, я... И как-то его спросили про один мост в Киеве. Мы все спросили про один тилт Киева. Я недавно проезжал его. Я с ним брал с парвинем. Он рухнул. И все брук. И его спросили, а что с этим мостом? У меня попросили, как смотри, кто ты. Он говорит, он устал. И здесь ничего ногур. Так мы очень надеемся, что Крымский мост скоро так устанет. Мы вот царем, как Крым стил садри, ста ногурс, касабрукс. Мы начали молиться. Мы сакам лукт. Чтобы Черноморский флот весь был потоплен. Лавис мална сюрс флота тек ногремдет. И мы говорим про страну, у которой флот был отобран. Ja, mēs runājam par valsti, kurai visa flota tika atņemta. Kad захватили Крым, забрали весь флот. Ja, kad Krīma tiek ieņemta, visa flota tika atņemta Ukrainai. У нас нету флота. Nav флотes. А мы молимся. A mēs lūdzam par to. Бог, пусть потопи весь этот флот. Vienkārši nogremdē to flotu. И не только что в Чёрном флоте. Не только, море. Не tikai Malnā jūrā. В Каспийском. Arī Kaspijas jūrā. А потому что они оттуда запускают по нам ракеты. Jo viņi no turienes, no tiem kuģiem šāju raķetes. Подводки. Подводные лодки. Самолеты из Каспийского моря залетают стратегически. Я лелас лидмашин стратегическая сила до них. Выпускают ракету, которая летит 5000 километров. Он летел 5000 километров. Со сверхзвуковой. Сверхзвуком. И мы молимся. У меня слудзем про. Каспийская. Каспийс флоте. Средиземное море. Мы вспомнили всю. Где они есть? Мы сосредоточились висер курвинир. А потом мы слышим, что-то с мостом произошло. Если мы зерем, как с артилта нотик. А потом мы слышим, что-то с этим крейсером Москва произошло. Ар крейсер Москва, как с нотик, пейш ногрим, я? Пошел. Я айсгаюсь. Куда его отослали? Отрицательное, как там было плавание. Это ногрим вещь, я. И, конечно, за этим стоит невероятная операция наших военных. Protams, ka tur bija aizmugurē nopietna operācija, ko veic karaspēks mūsējais. Об этом легенды напишут. Tur leģendas jau raksta par to. Это как Масад, это даже лучше. Jā, tas, ko mūsējie dabūja. Мы всегда восхищались с Израиля. Mēs vienmēr par Izraēlu jūsmojām. Но то, что делают наши сейчас разведка, наши спецслужбы. Un to, ko mūsu spēcdienesti un izlūki dara, tas vienkārši ir fantastiski. Это то, что нам дали знать. Tas ir vienkārši to, ko mēs vēl zinām. Но я, почему я в это вам говорю, друзья? Kāpēc es jums to saku? Потому что ваша молитва, она определяет все. Tāpēc, ka jūsu lūkšana visu nosaka to. Есть те, кто народ сразу двинулся к оружию. Ir viena, kas uzreiz ķēra ieročus rokā. Многие вернулись из-за границы. Daudzi, kas atbrauc atpakaļ. Simti tūkstoši vīrieši atbrauc atpakaļ. Все сразу пошли к оружию. Все пошли на баррикады. Un gāja karot, aizstāvēt savu dzimteni.
И Бог защитил Украину, Киев. Он Девс тешам Киев носаргай. Но важно, чтобы церковь но и сварей, лэ, драуд, в этот момент сохранила саглабату, свою позицию. Саву позицию. И мы должны помнить о той власти, которую нам дал Бог. У нас яцерас пар то варку, у нас иредеус кунгс, Иисус Христос. О той позиции, которой ты стоишь. Ну, тая позиция, кура ту став. Что у нас есть власть, как у церкви, связывать. Ка мумс ир ши варка, что ты связываешь, сайстей, будет связано Богом. То, ко мэс сайсейсим, что ты позволишь, сайстей, будет разрешено Богом. Ко мэс атляусим, тас будет, ну, дев атляуц. И для нас это был тоже такой момент разобраться, для меня. Он тас бей мумс ари, пашам, латих скайдриб ари преш манс. Что ты тоже отсюду слышишь послания. Тобес, когда ты весь лайк дзирд какую-то вестию, но весь сам пусаем. Все на баррикады. Весь с баррикадами. Все к оружию. Весь по ирочиям. И это правильно. Ну, это пара. Хорошо. Это необходимо. Ты за... Потому что если ты не защитишь, они придут в твои дома. Я ту не айсаргас, и не отнакс тава нама. Но вместе с этим. Бет копа ар то. Церковь не должна забыть. Драудзе недрīkst aizmirst. Какому царству мы принадлежим? Kādai valstībai mēs piederam? Где наша сила? Kur ir mūsu spēks? Какую властью мы обладаем? Kāds mums, kāda mums ir vara? И если на земле воюет армия, ja zemē, uz zemes karo armija, то церковь воюет на этом уровне. Tad mēs kā draudze citā līmenī, debes no, līmenī karojam. Уровень, bet tas līmenis. Небесный, духовный уровень. Debesu. Он определяет все, что будет на земле. Носа, как будет у земли. И мы об этом были научены в начале 90-х годов. Un to mums iemācīja 90. Мы помним, sākumā. Что mēs нам atceramies. Говорили, сначала все в духовном мире. Sākumā mēs atceramies, viss ir garīgs. А потом оно все происходит здесь. Un pēc tam tas notiek šeit uz zemes. Проходили года. Pagāja gadi. Мы обрастали программами. У нас были дажадзе программы. Общественной помощью. Jā, tur dažādas palīdzības. И это хорошо. Tas ir labi. Но иногда вот эти вот первые, bet citreiz tās pirmās, вот эти вот ключевые истины, tās pamatvērtības, они немножко затерлись, viņas kaut kur tā kā, nu, немножко tāds, пылью притрусились. Bišķiņ tā kā ar putekļiem apklājušās sev. Но вот здесь, bet šeit, вот это мгновенно играет роль. Tas uzreiz momentāli nospēlē lomu. Я скажу вам, что то, что сделала церковь в Украине, ну, es gribu pateikt to, ko izdarīja draudze Ukrainā. Я считаю, мы очень достойно прошли этот экзамен. Mēs ļoti cienīgi izgājām caušiem eksāmenam. Но я вам хочу сказать, что у нас уже на протяжении лет, bet es gribu pateikt, ka jau vairāk gadu garumā, церковь сближалась друг с другом. Visu laiku draudze apvienojās. У нас разные союзы, объединения на разных уровнях имеют взаимоотношения. Jā, ir attiecības savā starpā dažādos līmeņos. Единство строилось годами. Šī vienprātība на уровне епископов. Gadiem. Старших пасторов. Vecāko mācītāju у нас vidū. Были большие мероприятия церковные. Mums bija milzīgs tāds разные деноминации вместе. Visas деноминācijas молитвенные большие мероприятия. Lūkšanas lieli tādi notikumi. Мы молились за защиту Украины годы наперед. Mēs lūdzām par Ukrainu gadiem Мы молились, priekš. Чтобы Бог давал нам победу. Mēs lūdzām, lai Dievs dod mums uzvaru. Кто-то может скажет, и где? А kāds ir teikt, nu kur tad viņi ir? На вас же напали. Jums taču uzbruka. Захватили много территорий. Taču daudz teritorijas tika okupētas. Но я верю, что эти молитвы как раз и защитили нас от полной оккупации. Bet es ticu, ka šīs lūkšanas pasargā no pilnas okupācijas. Потому что нам дали 3-5 дней. Tāpēc, ka mums iedeva 3 līdz 5 dienas. Когда наши чиновники просили у Америки и у других стран оружие. Kad mūsu valdība prasīja ieroči ar amerikāņiem un citiem. Un mums pateica, priekš kam? 3-5 дней. 3-5 dienas. С нами попрощались. Jā, jūs saudēsiet. Нас уже отдали в жертву. Jā, bez mazā kaupu radeva jau. Но мы не только выжили 3-5 дней. Mēs ne tikai izdzīvojam 3-5 dienas. Мы уже почти 2 года. Mēs jau 2 gadus. И мы не только стоим. Un mēs ne tikai stāvam. Мы одерживаем победы. Bet mēs uzvaram. Сначала мы победили под Киевом. Mēs sākam uzvarējām pie Kijevas. И никто не ожидал. Neviens to negaidīja. Мы нанесли огромное поражение второй армии в мире. Otrajā armijā pasaulē. Mēs и мы начали taisījām, то, потом в Харьковском направлении. Там, Харковс virzienā. Потом южное направление. Mēs tam dienvidu virzienā. И мы начали их гнать с разных сторон. Un mēs sākām viņus vienkārši dzīt ārā no visām pusēm. И это, конечно, это армия. Tā ir armija, protams. Но прежде всего, bet я верю, ja это ticu, ответы на молитву церкви. Atbilde uz draudzes lūkšanām. Поэтому это главное, чтобы церковь не перестала молиться. Jā, lai draudze nebeidz lūgt.
И знаете, когда вот ты живешь посреди вот этого, ты начинаешь к этому привыкать. Когда ты живешь там, ты сам перест пе та. Взрывы, перехваты. Я тут спрадзен, угрозы. Нотерц, подошел. А когда были угрозы, когда к нам могли зайти в село? Бет кад бий драуд, кавар ienākt pie mums ciemā. Я ложился всегда спать одетым. Es vienmēr gāju gulēt apģērbies. И я слушал каждый звук за воротами. Un es visu laiku klausījos visas skaņas, kas bija aiz vārtiem. И у нас есть несколько таких входов в дом. Un mums ir vairāk sijas mājā. Стеклянные двери, зимний сад такой. Стекло, моя жена там красивые цветочки, так это. Puķis jau bija ielikusi. И там такая дверь. Un tur ir viens durvis. И я туда бутылочки поставил. Es tur saliku pudelītes. Но знаете, такие странные вещи, ты ставишь бутылочку под ручку. Я зем ротор, я нолез. Что если кто-то начнет толкать? Я коса грустно, та пудал крит, он из зирд. Под другую дверь кирпичик. Туреса калакманиш, где делить нолез? А там лопату где-то. А тур какая-то лапстень нолез. Что если кто-то откроет дверь, то лопата упадет? Я коса отверстие, лапсту ускрытись, я вирсую. Это странно. Tas dīvaini, protams, bet. И кто-то скажет: "Ты сильно подозрительный". Ну, то есть, то есть, лютая издомикс. Ну, это та реальность, которой мы были. Bet tā ir realitāte, kurā mēs bijām. Потому что если к нам в дом зашли бы. Jo, ja mūsu namā ienāktu. Я не знаю, что я бы делал. Es nezinu, ko es būtu darījis. Ну, я бы же просто так не дался бы. Bet es tāpat tās nebūtu padevies, un man ir ģimene, es aizsargāju ģimeni. Но всегда лучше быть готовым. Но labāk ir sagatavoties un būt gatavam. Поэтому это такие наши такие маленькие моментики. Tie tādas nelieli brīži. Это не фильмы, фильмы об этом не снимут. Я фильм сделал про то, ты с фильма. Но это то, что помогло нам пройти. Bet tas palīdzēja mums iziet tam cauri. И в это время нету, тебе никто не может сказать, делай вот так или иначе. Un tajā laikā nav, kas tev pasaka priekšā, dari tā vai tā. Нету методичек. Nav nekādas metodikas izstrādāt. В смысле, если ну, будет так, то ты сделай так. Я тут буду стать, ты сделаешь это. Потому что никто не мог сказать, как это будет. Neviens nevarēja pateikt, kā tas būs. И точно так же в церкви тебе никто не может сказать, как тебе поступать в такие моменты. Бежи, вен, арī драузе, ты, наверное, pateikt, ну, kā tagad rīkoties? Потому что в одном случае Господь говорит в своем слове. Dievs saka savā vārdā. Что когда вы видите Иерусалим, окруженный войсками? Kad jūs redzat, ka Jeruzalem aplenkta ar ienaidnieku spēku. И, конечно, мы бы сейчас сказали, все к оружию. Вы спадаете, я вам все на баррикады. Баррикады. Но Иисус говорит, когда вы видите войны, jo. Народ на народ, jo, bet, ja страна так, на страну, redzat, империя на империю, valsts uz valsts, царство империя, на царство. Когда вы все это видите, redzam, когда вы видите Иерусалим окруженный войсками, kad tu redzi, kad Jeruzalem aplenkta ar kara spēku, бегите. Бедзет. Вот такая же тишина, наверное, была там. Мусори, да, с клосом, сори, бы я. Потому что это один из тех моментов. Это один из тех тадем брижем. Я верю, что Бог сохранил церковь в первое время таким образом. Стечка, где я сагла барито, первое. Что если бы они пошли в город, в Иерусалим? Я ведь бы тега еще шадра, Иерусалиме. Иерусалим был разрушен до основания. Я ведь пил не бы таки знаете, все, кто были внутри, погибли. Весь, кто был ехал, они венкаешь, айзгай боя. И первая церковь, которая только родилась? Он первая драуз, кто зиме тад. Она бы там бы и похоронилась. Ну не то ради тех так глобат. Поэтому в другом случае Бог говорит. Цита, не Бог говорит. Сак... Помните, в пророке Исаии написано? Есаия тейц. Мы побежим. Мы скресим. И пророк говорит, не надо. Не, мы побежим. Viņš saka, mēs skriesim, bet pravietis saka, nevajag. Nav jāskrien. Хорошо. Но тогда и те, кто будут за вами бежать, будут быстрее вас. Jā, tad tie, kas skries aiz teviem, viņi būs ātrāk par teviem, ja tu skries. Каждый Katru. В такой ситуации поступает по вере своей. Jā, katrs pēc savas ticības rīkoja šajā brīdī. И один из ключевых стихов, который был для нас, un viens no tā namasā grakstvietām, он поднялся мгновенно в нашем сердце. Tas automātiski pacēlās mūsu sirdī. Из послания к римлянам. Tas bija romiešiem. Все движимые Духом Святым. Visi, kas ir vadīti no Svētā Gara. Есть дети Божьи. Ir Dieva bērni. Перефразирую. Все дети Божьи. Visi Dieva bērni. Движимы Духом Святым. Ir virzīti ar, no Dieva Svētā Gara. Но у тебя должна быть эта привычка. Bet tev jābūt šim paradumam. Ты должен научиться понимать Бога в твоем сердце. Saprast Dievu savā sirdī. Слышать его голос. Viņa balsi. Или когда он дает тебе местописание. Vai kad viņš tev dod rakstviet. Чувства навыкам должны быть приучены. Tev jāiemācās. Знаете,
Я уверен, что вы в этом научены, вы так и живете, я уверен. Но когда ты живешь в доброе время, в хорошее, в сытое, ну когда хорошо, солнышко светит, у вас такие вкусные шпроты рижские. Так красиво Лидо это. Ну, ты Лидо, ты скайсти jums. Пастор, спасибо. Paldies, mācītāji. Я закончу этим вот этот... Es pabeigšu ar... Это те стихи, которые нас удержали в это время. Man uzturēja tajā laikā. И знаете, это не только в больших вещах. Это вопрос твоей безопасности. И runa par tavu drošību. Потому что когда ты идешь в другое село, ты не знаешь, что там. Tu nezini, kas tur būs, еще, когда ты идешь этой дорогой обычной, которой ты ходишь, un, kad tu ej pa parasto ceļu, а вдруг там появляются таблички вдоль этой дороги. Un pēkšņi parādās tāda uzrakstiņa. Раньше там были, там везде было засеяны поля tur кукурузой. Skaist kukurūzas lauki. Хлебом. Un ar maizi, а теперь вдруг таблички. А тут и тагад uzrakstiņi. Mīnas, mīnas, mīnāts, bīstam. Ты шаг вправо, шаг влево. Jā, pa labi, pa kreisi solis, mīnas. Новая реальность. Jā, un realitāte. Так что это вопрос не только твоей безопасности, что ты должен научиться реагировать на внутреннее свидетельство. Но это также вопрос твоего быта. Однажды я шел опять в магазин шел. И у меня такая мысль. Купи хлеба. Глубокая мысль. Пророческая мысль. Я думаю... Я после обеда поеду в хороший магазин, большой, там разные это, булочки, хлеб, и такое, и сякое. Поеду туда. Поехал. Ракетная атака. Ратиш узбрукумс. Во-первых, когда ракетная атака, все магазины закрываются. Уже весь вейкал автоматически айзверас. Плюс отключили свет. Плюс вел айсла и слагайс. Карточки не работают, банковская система снова не работает. Электричество снова карточки. Магазины закрыли. Весь айзверс. Хлеба не купил. Майзене не упирку. Жизнь вроде, ну, выжил без хлеба. Ну и така издзивой. Но мог быть и с хлебом. Бетваре ари дзивот ар майзе. Это вопрос, ты в малых вещах. Vai tu mazās lietās? Следуешь за этим свидетельством. Jā, tu seko tam, kas tev ir Dieva vadībai, vai arī lielās lietās. И это спасает жизнь. Un tas izglāb dzīvību bieži. Paklāts. Я видел, как люди побежали под своей логикой. Es redzēju, ka daudz skrēja pēc savas loģikas. Убежали вроде из Киева, из вот этой опасности. Jā, it kā aizmuk no tās на Киева. На границе далеко, вот, prom kaut kur uz Polšu, там, так дальше. Uz Poliju un vēl kaut kur. И там они попали в трудности. Un tur ļoti lielās grūtībās nokļuva. И поэтому это такой момент... Знаете, так важно, чтобы сохраниться церковью в трудный момент. Так было с апостолами, когда у них были трудности, написано, они шли своим. Какие бы трудности ни наступали, идите при Ековест. У вас такое красивое здание. У вас такой хороший пастор. Добрый пастор. А это важно. Что ты знаешь, что у тебя есть добрый пастор. Он позаботится о тебе. Может, ты потерял свой разум. Как овечка, которая... Это хорошо, когда кто-то тебе может сказать. Успокойся. Ну, намирнись. Вздохни воздух. Я, испуд гайс. Давай помолимся. Давай полуксим копа. Я помолюсь за тебя. Es полукс Мы помолимся с тобою. Соединим свою веру. Vienosimies и Бог ticībā. Начинает работать. Потому что где двое или трое соединятся в своей вере. Divai trīs būs vienā prātā. Tu zini, kāds būs rezultāts. Dievs darbojas tur. Tātad, divi jautājumi pirmos, ko es viņam uzdevu. Tas pirmais ir, kas šajā laikā, kara laikā, kādu vārdu Dievs sūta draudzēm? Jā. Es nezinu, vai viņš to varēs atbildēt vai nē, tad to mēs tuņi redzēsim. Tas otrais jautājums ir, kā cilvēki tiek galā ar naidu, atriebības jūtām, nepiedošanu, bailēm un sāpēm. Ja, ko cilvēkiem teikt? Un es pieņemu, ka tas ir nu, ārkārtīgi sarežģīti ir cilvēkiem teikt, nu piedod ja, vai vienkārši mīli savus ienaidniekus.
Nu, kad nogalina tavējos, jā, vēl kaut kāds neaizsargātus, nezinu, tavs tuvinieks, mīļos, tuvos un brutālā kaut kādā šaušalīgā veidā. Ja načinu sa второго. Es sākšu ar otro jautājumu. И тут отвечу, постараюсь в двух моментах ответить. Он помнит, где вас это отбилдает. Первый, те, кто пережили трагедию. Первое, те, кто пережили эту трагедию. Ты можешь только плакать с плачущими. Ты можешь только раудать с тем, кто раут. И все, что им нужно, чтобы ты плакал с ними, сострадал им. Он весь, кто сервадзийс, виним, та это ус лидзиути, который раут копа ар виним. А потом все, что ты можешь им дать. Он без сам то, кого ты варьедот. Это Иисус. Tas ir Jēzus Kristus. Потому что все остальное не поможет. Tāpēc, ka nekas cits nepalīdzēs. И то, что делала церковь в это время. Un to, ko darīja draudze šajā laikā. Она открыла полностью все свои двери. Viņa atvēra draudze atvēra visas savas durvis. Во-первых, на пути всех этих беженцев, я знаю, что вы тоже здесь очень es много приняли. Я благодарю от нашего народа, от Украины. Украинец, тауц, и я знаю, что и автобусы посылали к нам из Риги отсюда. Es я знаю, что некоторые принимали и в семье. И то, что у нас сделали церкви, они полностью открыли mūs и draudz... приняли... на огромные потоки, накормили людей. Atvēr durvis un tev visu, kas ir nepieciešams un pabaroja. И вместе с этим дали самое главное, это Иисус. Un pats galvenais, ko iedeva Jēzus Kristu. И это не какая-то... Я вам скажу, это единственное, что может людям действительно помочь. Tas ir vienīgais, kas var palīdzēt cilvēkiem. Люди в этот момент... Tajā brīdī... Люди нуждаются в Боге. Cilvēkam nepieciešams Dievs. Все молятся. Visi lūdz. Просто люди молятся всему чему-то разному, кому-то разному. Ну, лūdz dažādām lietām uz dažādiem, bet lūdz visi. Все, кто на передовой, говорят, там все молятся. Visi, kas ir pirmajās rindās, ierakumos, visi lūdz. И поэтому важно, чтобы мы дали им надежду. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs iedot šo cerību. Бог сохранил мою семью, и я благодарен. Dievs ir pasargājis man ģimenes, es pateicīgs par to. Никто не пострадал. Manā ģimenē neviens nav ciets. У нас был один родственник, который был на передовой. Mums bija viens radinieks, kas bija arī pirmajās rindās, ierakumos. Ракетные войска, грады. Un tur grad raķetes. Мы молились за него каждый день. Mēs lūdzām katru dienu. Рядом остальные батареи были уничтожены. Citas baterijas pat tika iznīcinātas. У них один только погибший. Bet viņiem tikai viens bija, kas gāja bojā no komandas. Viss Dievs pasargā. Что в отношении того, как верующий. Un kā ticīgajam. Когда ты посреди драматизма всего. Kad tu esi šajā dramatismā pa vidu. Ты видишь это с экрана. Un tu to redzi no ekrāna. Ты слышишь это из личных историй. Tu dzird no stāstiem, kas ir apkārt. Ты это видишь на улицах. Tu redzi to arī uz ielas. Для меня было важно... ну, сохранить свой разум. Важно, что вы слушаете. Man bija svarīgi saglabāt savus domas, savu prātu. Svarīgi, ko jūs klausāties. Важно, что вы в себе пускаете. Ko jūs sevi ielaižat. Если мы впустим в себя этот трагизм, ja mēs šito traģēdiju ielaidīsim sev iekšā, я имею в виду, мы должны сохранить это сострадание к... Jā, mums ir jābūt, mēs esam līdzjūtīgi. Protams, pret visiem plakat. Cilvēkiem. Raudāt. Тебе не надо заставлять. Ты плачешь, потому что то, что ты видишь, это ужас. Tāpēc, ka tu to, ko redzi, kas notiek, tas ir šausums. Slūzi tak tikut. Tev tāpat asars riešas acīs. Но вместе с этим важно, чтобы ты не впустил это внутрь себя, вот тот трагизм, который ты видишь. Lai tu to traģēdiju neielaiz sevī pavisam iekšā. Потому что вместе с трагизмом приходит также страх. Līdz ar šo traģēdiju bieži atnāk arī bailes. И если мы в себя это пускаем, ja ты становишься, ты не сможешь ничем помочь уже. Un tu nevarēsi vairs palīdzēt nevienam. А важно, чтобы кто-то мог этой верой поделиться. Un ir svarīgi, lai kāds ar savu ticību var padalīties. У нас сейчас то, что у нас происходит в церквях. Tas, kas mums draudzēs notiek. Сотни, тысячи людей, они идут в церкви. Simti tūkstoši cilvēki Церковь кормит людей прежде всего хлебом, обычным физическим хлебом. Pirmkārt, mēs barojam на физические нужды. Реал майзи. Но сразу за этим церковь дает сразу же духовный хлеб Иисуса. Bet pēc tam nākumu mēs dodam garīgo maizi. У нас церкви обновились на процентов 80, это новые абсолютно люди. 80% jauns cilvēki, kas nāk klāt no ielas mums. Поэтому в этом смысле мы, можно сказать, переживаем такое духовное mums ir tāds kā garīgs возрождение.
такая отзимшан гори. К сожалению, в очень трудных временах. Бет, диемжал, лёд грутос обстаклёс. Поэтому это первый момент. Тас ир пирмайс момент. Второй момент, получила ли как церковь слово какое-нибудь во всём этом? Vai mēs esam saņēmuši kādu draudzi kādu vārdu? Мне трудно ответить на этот вопрос за всю церковь. Я не вправе и не могу. Man nav tādas tiesības. Конечно, мы бы хотели, чтобы были какие-то такие пророчества, видения, которые бы все растиражировали, что завтра победа. Kur visi tiražē, rīt uzvara. Но я не слышал таких пророчеств. И знаете, мне кажется, мы как церковь тоже немного аккуратны с этими пророчествами. Потому что если ты дашь ложную надежду, и оно не произойдет так, будет еще хуже. Мы в большей своей мере церковь молится и верит в победу, верит в чудеса. Mēs ticam un lūdzam par uzvaru un lūdzam par ticam brīnumiem. Ну сказать, что у нас есть такое централизованное пророчество для всей Украины? Bet kā tā centralizēts pravietojums visai Ukrainai? Я его не слышал. Es vēl neesmu dzirdējis. Я бы хотел бы. Es gribētu. Я бы хотел бы, чтобы пастор Вильнюс сказал сейчас. Es gribētu, ka Вильнюс tagad kaut ko pateikt un... Что завтра? Rītdien, ka rītdien. Завтра. Rītdien. Пастор, есть такое слово? Pagaidām nav tādu vārdu. У нас были пророчества еще до войны. Bijuši pravietojumi pirms. И одни из них были даже про ядерные удары. Un bija pat pravietojumi par kodolu uzbrukumu. Разные были пророчества. Dažādi pravietojumi. И тут важно опять-таки сохранить здравый разум. Un tā kā skaidro prātu vajag saglabāt. Так написано, если кто-то пророчествует. Ja tā rakstīts, ja kāds pravieto. Остальные рассуждайте. Pārējie apspriediet to. Но еще раз повторюсь, важно не впустить страх в церковь и в свое сердце. Если церковь впустит это в себя, тогда это как соль, которая потеряет. Ты не сможешь тогда служить, потому что страх вокруг тебя. Неверующие люди, они все напуганы. А мы живем с июня месяца в другой реальности. У нас каждый день мы ожидаем, что могут взорвать самую большую атомную станцию в Европе. И это реальность. Нас готовят потихоньку к ней. К нам присылают и НАТО, и ООН. Такие средства против радиации, против химии, но мы верим, что даже если это и произойдет, что Бог и в этом сохранит нас. Поэтому то, чем вы можете послужить этим людям, обнимите, плачьте с ними, помолитесь. Лудзет пар виньем. Накормите. Побороет. Оденьте. Обдербет. Дайте им место поспать. Едодет вет, кур паргулет. И дайте им самое главное, что у вас есть. Он пожгална, кас юмс ир едодет. Вечность, которая через мужибс, Иисуса. Мужибс вертибс, тас ир есть крест. Потому что одно из того, что мы заметили. Мы ивэруэс. Конечно, есть, присутствует время от времени такой человеческий страх. Мы люди, мы Protams, переживаем. Брежь, когда человек но нету байлз. Страха смерти. Мы сам человек, бет нау навис байлз. То есть, когда летят ракеты, когда лидо ракетс, и ты не знаешь, что, куда она может попасть. Я не знаю, куда она может попасть. Но я не волнуюсь. Бет эс не остраудзос. Даже если, бат, у меня короткий путь. Бат, я ман ир ийс цельш. Короткий. Я ийс цельш. Но даже легче. Да, под веглак. Быстрее и легче. Поэтому и церковь стала этим ответом. Я он драуц клюв по шо отбил. Кормит хлебом физическим. Ar fizis maize mēs barojam. И сразу делится Иисусом. Он турпатас ар и гарīgi maize. Церкви на 80%
80% драудзис. Новые, Яун. Обновились. Множество людей пришло. Яун. В армии у нас, у вас это в НАТО построена капелланская система. И это капелланская система. У нас этого не было. Мумс тац не бей. Но то, что сейчас у нас, это tas, настолько мощно поднята система капелланов. Тур и капеллан тик льот эта система ивес. Мы не только берем какой-то ваш опыт. Мы не только не имеем какую-то перец. Как оружие мы берем от вас. Я, мы с тобой скаирочим. А потом мы его так творчески все это применяем, что сами НАТО место пилота удивляются, а что так можно было? У НАТО писан принес атари варея. Да, мы вынуждены из-за того, что у нас нету много оружия. Место сам спец. Мы вынуждены быть творческими. Мы себя будем радошие. У нас даже бабушки были творческие. Мы с подвесмамень сбили от радости. Когда русские приходили в их избушки, в армии, отнац, они говорили, съешь пирожок. Меня дел пирозень съесть. И потом весь взвод умирал. Он бы сам весь взвод стрпайзгай. Так что вот такое время, такое, такие. Вот тогда мирочем я. И капелланы у нас очень мощно выстроена система. Капелланы лют специфик система. Православные. Пареистицыги, католики, католи, лютеране, лютеране, методисты, методисты, мусульмане, мусульмане, раввины, раввины, евангельские, баптисты, харизматические, харизматы, пятидесятнические, пятидесятные, все дают своих, и есть целые, целые курсы, такие командирские курсы. Командир курсы. Они включают в себя не только духовную опеку, они в себя включают медицинскую помощь, конечно, душепопечительскую. Протом, и они проповедуют прямо на передовой, они все время там. И перед тем, как войска идут в бой, всегда выходит священник. Любой деноминации. Он молится за них. Провозглашает Божью защиту. Он лус под девай сердце. Помазывает елеем. Арель свайда. Ставит крестики. Я крест, и все, кто, неважно, все снимают шапки. Visi все подставляют свою голову. Visi liek savu galvu, jā. Все нуждаются в Божьей защите. Visiem vajag devai никто сердце. Не знает, чем neviens nezin, как бой закончится. Как цинь бейсит. Всем нужно знать, что твоя вечность, она в надежных руках. Visi grib zināt, lai ka man mūžība ir drošās rokās. Еще был вопрос до этого, как своё сердце, там ненависть, да, там я, как сава сердце, та дусмс ienaida. Это тоже хороший момент. Tas arī tāds īpašs brīdis, moments. Знаете, я как когда я вам рассказал, как это было у нас, когда мы ожидали, что могут к нам зайти. Знает, когда я спасался, и когда сбил пемус, когда варил я. И у меня на тумбочке рядом с кроватью. Манус тумбочки с блоком, с капеешь. У вас же там что там лежит? Библия, конечно. Касем же зовет Библ, красивый светильник. Это скайс лампа. Телефон. Телефонс. А у меня там лежал кухонный нож. А man tur blakām bija tāds rītīgs virtuves nazis. А я хотел бы, чтобы там был не кухонный нож. Bet es tur gribētu, lai nebūs nazis. Я хотел бы, чтобы там пулемет в окне стоял. Bet lai tur ložmetējs logā stāvētu. Я вам признаюсь честно. Es teišu godīgi. И потому что когда ты знаешь, какие люди, ну, какие не люди. Это зина кады не человек. Могут сейчас к тебе зайти. Варена актова нама. И что с твоей женой могут сделать? Он какой-то сил, он бен варит. С твоими сыновьями могут сделать. А тебе далем варит сделать. А мы уже слышали, а что мы сейчас отзердаем, ковини дби дарить. Мы уже все это видели. Мы сейчас то редзеем. И друзья, это очень сложный вопрос, который вы задаете. Я не знаю. Я не знаю, что бы я сделал. Es nezinu, ko es būtu izdarījis. Бог не дал мне по своей милости быть Dievs в ситуации, pēc savas žēlastības palīdzi когда nenokļūt. Я должен был уже... Kur man jau bija jāizdara sirds. Lēmums, vai tas jāizdara? Бог меня пока не допустил. Paldies Dievam, Dievs nav pieļāvis. Но я вас уверяю, bet es если saku, бы я увидел на своей территории, ja es ieraudzītu savā teritorijā, этих людей с этими Шос, не человек, русскими шевронами, ар тем, я без сомнений нажал бы на курок. Es nospiestu gaili. Без сожаления нажал без бы на nožāles. Курок. Не потому, что я не тапец, убийца, ka es esmu slepkav, а потому, что bet tāpēc, я думаю о своей семье. Es domāju par savu ģimeni. Я думаю о своей жене. Es domāju par savu sievu, о своих сыновьях. Par saviem dēliem. Я бы сделал бы это. Es to izdarītu. Я надеюсь, Бог сохранит меня es от такого man выбора. Я но если мне надо будет, izvēles, я vajadzē, это сделаю. Es to izdarīšu. Ненавижу ли я этих людей? Vai es neieredzu tos cilvēks? Бог сохранил меня от трагедий?
Dievs mani pasargās no traģēdijām. Хотя мы племянника, kaut gan manu radinieku, моей жены, manas sievas, мы его из плена освобождали. Mēs viņu no gūsta atbrīvojām. И мы пережили. Mēs pārdzīvojām visu волнение. То есть, потому что мы знали, что делать с теми, кто попадает к русским. Я мы знаем, как снотек, я то ноклю с крев армии из турка. И Бог дал нам такую такие возможности его высвободить. Он даёт две спеи виня от бриво, он изглаб. Поэтому я знаю эти переживания. Я знаю, как ты ютест. Знаете, а если говорить теологически? Ведь о теологиск мы струнаем. То, конечно, мы Это не значит, что что мы везде ходим и всех расстреливаем. Это значит, что мы везде ходим и всех расстреливаем. Но мы же, в смысле, это не мы напали, друзья. Друг, не мы сбрукаем. Мы мирно жили себе. Мы живем свою жизнь мирно. Мы не пришли к русским. Мы не бруком к Ривии. Мы не насиловали их женщин. Мы с ними сейвес на этом вороюсь. Мы не сжигали их детей. Мы с ними барс на этом. Мы не отрезали им головы. Под галус на этом грешили. Мы не пытали их людей. На этом спиди наешь меня. Мы спокойно себе мирно жили. Мы венкаш мерик дзивоя. Но когда в твой дом приходят? Но когда устал май однак. Тогда у евреев есть заповедь. Но евреям мир тац. Что если ты должен защитить тех, доверяясь сарга, кас тебе рабкат. И когда мы читаем Библию, мы видим примеры. Когда мы слышим то, мы сразу даём примеры. Когда и армия обороны Израиля, она научена в этом. Он Израиль с армией и рабмацитая. Они не нападают, но они защищают свои. Вини не узрок, бет вини ай сарга саус димэнс. И может вам не понравился мой ответ. Варбуть он с ней потик манат был. Я не собираюсь первый отстреливать кого угодно. На улице. Я из нас готов страчал, от катер, как Но если ко мне бы пришли бы, я бы ман сатнал, то не брукт. Я бы использовал бы нож. Если ну то это будет нас изматывать. Айсаргат. Лопату использовал. Лапс будет изматывать. Себко. Руки, руками, грызть мог бы, грыз бы. Ну я войдет граусту, косту. Чтобы защитить свою семью. Айсаргат саудимен. Я бы сделал это без сожаления. Если из дрит без себкат ножалс. Не потому, что я ненавижу людей. Не так, если я не рад, потому что те, кто пришли человеку, против нас, те, пред мумс, они ненавидят нас. Они не рад мумс. Такая тишина. Да. Такой непростой момент. Как бы мы поступали. Знаете, всегда лучше быть готовым. Я лаба будет время готовым. Когда мы в прошлый раз летом проезжали мимо вас, мимо Риги, мы встретились с пастором Вилнсом. И мы вкусно, он нас вкусно накормил. Спасибо. Я к тому, что сначала ты кормишь, а потом твоя душа открывается. Сначала он говорит на картинке. Потом легче. А потом он говорит, пойдемте в тир. Он представляет, что я бы шалту. Он к чему-то готовится. Каком готовится. Я надеюсь, у вас не будет таких выборов. Я сэру, что у вас не будет таких выборов. Но лучше готовиться. Бет лаба готовиться. Я считаю, что лучше подготовиться. Я узкат, что лаба готовиться. Пусть Бог сохранит вас. Лай Диос мус пасарга. Если у вас, я знаю, что у вас есть вера, и эта вера ticība. Спасет ваш народ и вашу страну. Он есть тиска, что и тицы, и поглашен с И по вашим молитвам Бог защитит. Пец мус лукшенам, Диос мус пасаргас. Я верю в ответы на молитву. Я тицу отбилда там лукшенам. Но если у вас будет эти какие-то внутренние сигналы. Бет я буду сколкады тады, якшая сигналы. Лучше будьте готовы. Я имею в виду лучше. Готовы. Будьте странными, как я. Если диван, как я. Почитайте информацию. Полоси информацию. Что делать в условиях? Кол дарит тогда ситуация. Ядерного аварии. Давайте не взрыва. Аварии. Аварии. Куда ул аварии, но ты. Кол дарит. Лучше знать и не воспользоваться. Лабак знать, бет, но не изманто то. Чем если это будет? Не кажется, что нотикс, я ну пеешь, нотик. А вы не знаете, что с этим? А то есть парни зенко дарит. В моем случае, как я вам поделился, гадима, я из-за того, что Бог нас предупредил, Dievs mūs brīdināja, у меня была вера, и в нашей семье была вера. Mums bija ticība, ģimenei, в самое трудное время знать, что нам делать. Pašā grūtākajā brīdī, kas kā jārīkojās.
Я хотел бы сказать теперь глобально о войне в Украине и о войне в Израиле. Он тогда сказал глобально про кар Украина, он Израиль. Потому что они, у них есть связь. Старфиняем сайт. И я с вами делюсь своей верой, да? То есть я вас не заставляю в это не теология, это не пророчество, так говорит Господь. Я, если не сказать, это сказать, скунг создало сарсалтицы. Но некоторые вещи я сугубо на основании Писания анализирую, делаю какие-то выводы. Быть даже отслеется с анализа святым рахстем. Я верю, что это война. Я думаю, что это война необычная Украины России. Я думаю, это снаута. Россия против Украины. То Кривий против Украины. Почему я так думаю? Капец, я так думаю. Помимо всего, что вот есть вот эти военные аспекты. Без всем кар аспектам, кас нотек. Мы видим, что в этой войне. Мы видим, что шая кара. Впервые соединяются такие участники. Первый раз совенуясь тады лиздалибнеки. Которые раньше не были в других каких-то локальных войнах. Кас аграк не был когда с локалос карос. А вот эти участники. Un šie dalībnieki. Они написаны в Библии. Un viņi ir aprakstīti Bībelē. В отношении другой войны. Attiecībā pret citu karu. А вот эта другая война. Un šis cits karš. Они хорошо написаны. Un tur ir ļoti labi aprakstīts. Это война против Израиля. Tas ir karš pret Izraēlu. И позвольте мне тогда прочитать вам, да, чтобы было понятно. Un nedaudz atļaujiet man nolasīt to visu. Это как раз мы говорим о глобальных таких пророческих вещах, да, уже сейчас. Jā, ka mēs runājam par tādām. Ezekiļa 38. Глава. Ezekiļa 38. Это одна из самых ключевых пророческих войн. Tā ir viens no tādiem pravietiskiem kariem. Именно последнего времени указывающих. Tieši pēdējā laika, kas norāda pēdējiem laikiem. На вот этот вот скорый момент пришествия Господа. Tas nozīmē, ka drīz atnāks Kristus. И поэтому нам важно читать и изучать. Mums vajag lasīt un kā teikt, izpētīt to. С первого стиха, да? Jā, с первого стиха. И было ко мне слово Господне. Un atkal par mani nāc tā kunga vārds. Сын человеческий. Cilvēku bērns. Обрати лицо твое к Гогу. Griez savu vaigu pret Gogu. В земле Магог. Магог zemē. Князю Роша, Мешеха и Фувала. Роша, Смесеха, сон Тубал, свалнеку. И изреки на него пророчество. Он слуден пред виню. И скажи так, говорит Господь. Un saki tam, tā saka Dievs tas kungs. Вот. Redzi. Я на тебя, Гог. Es celšos pret tevi, Gog. Князь Роша, Мешеха и Фувала. Роша, Смесеха, сон Тубал, свалнеку. И поверну тебя. Es tevi atvilināšu šurp. И вложу удила в челюсти твои. Es tevi likšu dzelžu smutē. И выведу тебя и все войско твое. Un tevi izvedīšu cīņā ar visu tavu karaspēku. Коней и всадников. Zirgus un jātniekus. Всех в полном вооружении. Viss pilnā kaujas tērpā. Большое полчище. Milzīgu pulku. В броняк со щитами. Kas viss ar lieliem mazajiem vairogiem un вооружённых мечами. Un abruņot ar zobeniem. То есть Бог обращается к какому-то там Гогу, Магогу, князь Роша, Меша. Тут даже гадать трудно, князь Раши. Кто-то спросил меня, ну, вы написали, есть ли ненависть? Нет, мы только рашистами их зовем, потому что они есть рашисты, те, кто пришли. Но вот Бог обращается, и дальше Он говорит... Вот Дев свершался пред виньем, мы с ним салсом по рашистам. Коалиции, которая будет вместе с этим Гогом и Магогом. Он тебе апрекстит коалиции, как персов, персиеши, эфиоплян, ливийцев с ними. Это этиопеш, либиеш. Всех со щитами и в шлемах. Висер вайрогем ум брунц апрес. Гомера со всеми отрядами его. Кимереш, ар висер со всеми. Дом Фагарма. Тогарм снамс. Вот здесь важно. Un te ir svarīgi. От пределов севера. Но весь талакем земле. Со всеми отрядами его. Visi tā kareivi. Многие народы с тобою. Patiešām, tiešām daudz tauts ir ar tevi. Готовься и снаряжайся. Sataisies un esi gatavs. Ты и все полчища твои. Tu un viss kara pulks, kas ir pie tevis. Sapravšīsi k tebe. Esi tu tiem par vadoni. И будь им вождём. Un esi tiem par vadoni. После многих дней. Pēc ilga laika. Ты понадобишься. Tu saņemsi последние годы ты придёшь в землю. Paš pēdējo laiku beigās tu pārstaigās kādu zemi. Izbavlinu at meča. Kas atkopusies no kara. Sobranu iz mnogih narodov. Dodamies pie kādas tautas. Tut napisano kuda? Na gora Izraelevi. Kas nāk no dažādām zemēm savā kopā Izraēla kalnos. Tas skaidri parādīts. Katru polnom zapustenie. Kas bija ilgu laiku postīti. No teper budut vazvrašeni. Tagad tā ir iz no... narodov.
дажādu tautu zemēm atvest atpakaļ. И будут жить безопасно. Un tie dzīvos drošībā. И мы немножко пропустим и дальше nedaudz palaidīsim 10. Pāns. Так говорит Господь Бог. Tā saka Dievs, tas kungs. В тот день придут тебе на сердце мысли. Tanī laikā tavā sirdī modīsies kāds domas. И ты задумаешь злое предприятие. Un tu izprātos ļaunu pasākumu. И скажешь. Un tu sacīs. Поднимусь на землю неогражденную. Es došos uzbrukumā pret nenocietinātās zemes. Pret tiem, kas dzīvo mierā drošībā. Живущих беспечно. Pret ļaudīm, kas dzīvo bez mūriem. 12. Stih. 12. Тут есть цель этого похода. Tur ir mērķis visam tam, kāpēc tiks veikts šis uzbrukums. Kāpēc? Чтобы произвести грабеж. Lai postītams, postītu. И набрать добычи. Laupītams, laupītu. Наложить руку твою на вновь заселенные развалины. Lai pacelt savu roku pret pustu vietām. И на народ, собранный из народов. Kas atjaunots un pret tautu, kas sapulcināt no citu tautu. Занимающийся хозяйством и торговлю. Kas jau iegūs lopus un mantu. Живущий на вершине земли. Un dzīvo pašā zemes vidū. Сава и Дидан, купцы фарсийские. Себе, то тиргота. Со всеми молодыми львами их скажут тебе. Vistās valnīt tev sacīs. Ты пришел, vai tu atnāci, чтобы произвести грабеж, lai laupīdams laupītu, собрал полчище твое, lai ar saviem чтобы набрать добычи, noplicināt zemi, взять серебро и золото, piesavināt to sudrabu un zeltu, отнять скот и имущество, atņemt lopus un mantu, захватить большую добычу, un aiziet ar bagātu laupījumu. И я хочу еще один стих здесь прочитать, не все и... Да, давайте 15-16, два стиха. Пойдешь с места твоего. Tad tu nāks no savas dzīves vietas. От пределов севера. No galējiem ziemeļiem. Ты и многие народы с тобой. Un daudz tautas kopā ar tevi. Все сидящие на конях. Visi stalti sēdētam zirgos. Сборище великое. И войско многочисленное. Un varens karaspēks. И поднимешься на народ мой. Un tu virzīsies pret mani Izraēla tautu. На Израиля. Как туча, чтобы покрыть землю. Kā negaiss mākons, lai aplāt zemi. Будет в последние дни. Tas notiks visu dienu galā. И я приведу тебя на землю мою. Ka es tev sūtīšu pēc manu чтобы zemi. Народы узнали lai меня. Lai citas tautas mani iepazītu. Когда я над тобой Гог. Kad es pret tevi Гог. Явлю святость мою пред глазами. Viņu acu priekšā parādīšos kā svētais. Длинное местописание. Ļoti garš rakstvieta, protams. Но здесь есть несколько главных моментов. Bet šeit ir ļoti tādi svarīgi momenti. Здесь описана пророческая война. Tie ir pravietiskā aprakstīts. Перед тем, как Иисус вернется. Pirms tam, kad Jēzus atgriezīsies. И тут написано, что эта война будет против Израиля. Un te ir uzrakstīts, ka tas karš būs pret Izraēlu. А вождь этой коалиции. Bet kas būs vadītājs tai koalīcijai? Там ясно указана география его. Tur ir geogrāfija skaidri norādīta. От пределов севера. No ziemeļiem. Если вы поставите свой палец на карте в Иерусалим, найдете там маленькую точку Израиля. Ja, satradīsiet Jeruzalem, uzliksiet punktu. Проведете линию перпендикулярную на север, наверх. Un tu aizverzīs, teiksim, to svītru uz ziemeļiem. На самый север. Uz pašiem ziemeļiem. То догадайтесь, где окажетесь. Tad uzminiet, kur jūs būsiet. Москва. Tā ir Krievija. Большая. Moskva. Россия вся. Krievija. Нету ничего севернее, чем Россия. Но никак тур vairāk uz ziemeļiem kā Krievija. По отношению к Израилю. Un arī tagad šajā brīdī attiecībā pret Izraēlu. И здесь мы видим военную коалицию, которая формируется. Un te mēs redzam to koalīciju, kas veidojās. И тут названы эти народы, которые будут в коалиции. Un te tautas nosauc, kas būs šajā koalīcijā. И первый народ, который указан, это персы. Pirmie, kas ir norādīti, tie persieši. И персы это Иран. Tā ir Irāna. И впервые в этой войне Советский Союз и исламский режим Ирана всегда были друг с другом нормально себя чувствовали, комфортно. Padomju Savienība ar Irānas režīmu daudz maz no tādas attiecības bija. Но впервые в этой войне мы видим, как формируется между ними военная, публичная коалиция. Tāda publiska koalīcija. Впервые они начали поставлять свои дроны, своих инструкторов военных. Инструкторс. И мы видим, как начинает формироваться военная коалиция Иран-Россия. Mēs redzam, kā šī koalīcija sāk veidoties. Тут также указаны эфиопляне и ливийцы. Tur ir etiopieši un lībieši arī, lībieši ir parādīti. А это, возможно, то, что вы не знали. Varbūt tas ir tas, ko es nezināju. Что с начала нашей вот этой полномасштабной агрессии, ka pirms šīs iebrukuma, в феврале 2022 года, 22. Gadā, ЧВК «Вагнер» – это частная военная компания «Вагнер», да? Вагнера, приват, которая играет огромную роль в этой войне, kas ļoti lielu lomu nospēlē šajā karā.
которые действуют в Африке и в Азии очень много. Кас Азия и Африка лёт активно дарбоя. На самом деле это русская армия. Та ир бутība крива армия. Просто действует под прикрытием. Ну, видите, как приватна кар компания дарбоя. Частной компании. Приватна компания. Она полностью снаряжена была всем лучшим вооружением. Мы бы обгорать армейским вооружением, всеми передовыми технологиями. Ар висам технологиям. Туда набирали только контрактников, которые проходили через все боевые действия. Тур атласы и только специалисты. Это такая элита русской элита. Армии. Крива армии с элитой. Но они набрали эфиоплян и ливийцев и привезли их в Украину. Он этиопец шари по ним. Многие из вас этого не знали. То есть они знают, бит прямо с начала войны. Кар сакума винь би. На направлении со стороны Харькова, с севера. Но Харьков с пусес винь карой. И сотни таких этих рекрутов. Симтем та цилак би. Наемников. Би алготник, кас би по ним. И сегодня они удобряют землю. Шоден винь земи тур украинскую. Масло, украинь землю. Они уничтожены. Viņi ir iznīcināti. Но мы видим во всём, как начинают. Но мы все видим, как это все сакас. Те участники коалиции, которые описаны в пророческой войне, та коалиция, которая сопротивляется пророческой войне. Не против Украины, против Израиля. Мы знаем, Израиль, что цель это Украина. Мы знаем, как главный цель. Но мы видим, как в Украине. Но мы видим, как Украина. Это начинает коалиция формироваться. Сак ведут и ши коалиции. И теперь мы видим, что эта схема. Ши схема. Она отработана и начинает применяться в войне против Израиля, Хамас, Израиль, которая неделя. Они расстрадают, он так это сотек Израиля. 7 октября начался. 7 октября, когда сакас Хамас, сак изменто те, что паш. Вы же знаете, вы же читали, наверное, все эти новости, да? Что Хамас... Jūs zināt, ka Hamas сектор Газа он прорвал во многих местах границу. Viņi vairākās vietās pārā robežu. И произошло все точности в то же, что произошло в Украине. Он весь снова-таки те же тапатка Украина. Насиловали женщин. Изворой севец. Уничтожали мирное население. Венкаш Мерига усидзива, то есть ноша. Сжигали детей. Сдадзинай бэрнс. Головы с детей снимали. Галвс тиртык бэрне. Весь тот ужас, который мы пережили и переживаем в Украине. Весь, ко мэс пидзивуем, тагад пидзивуем Украина. Как под копирку. Так как копаем папир. Был сейчас задействован вот в этой войне против Израиля. Висас тика явес тагад Израиль скара. Это не новость, что... Тас нав яунумс. Это не новая война Хамаса против Израиля. Мы видели таких войн уже много. Тас нав яунс карш, Хамас пред Израиль. Но в этой войне есть что-то другое. Бет шая кара ир каукас по исам. Все удивляются, каким образом. Виси бринас, када веда. Такая передовая армия. Тада армия. С такой передовой разведкой, как у Израиля. Така Израиля и тада. С такой агентурой, которая у них есть. Тада агентурка от Венемир. Которые оказались настолько не готовы. Говорим быть тик не готовы. А я говорил с моими друзьями израильтянами. Не сравниваешь с своим другом Израиля. Верующие. Ты циги. И их сын был как раз в армии на базе рядом с Газой. Ну вы не дал сбить эту базу. И на второй день связь с ним пропала. Вот родина на телефон не отвечал. Вас не отбил. А потом им пришло сообщение, что погиб. Ведь сама та отзинка в ее газ. А потом мы узнали, как он погиб. Он там мы все знаем, как он погиб. Оказывается, прорыв был такой. Такой прорыв, что они заходили прямо на базы военные, террористы, и расстреливали солдат в трусах, в кроватях расстреливали. И ты задаешься вопросом, как такое могло произойти с такой армией. Но что произошло с этим братом, с этим мальчиком, который там служил? Как что, поясь? Геройский погиб. Еще как швароный. Сражался с террористами, которые атаковали, 11 часов вел бой. Вместе с несколькими другими, через 2 часа боя был ранен в шею. И после этого еще 8 часов продолжал бой. Благодаря этому спас своих сослужителей. К сожалению, погиб. Но это часть этой истории, это такого невероятного. А почему был такой прорыв? Ведь капец, ну, так, так, и сейчас паралос, начинает появляться информация. Он так отсяк информации на. А потому что они готовились очень хорошо к этой атаке. И на сегодняшний момент мы уже знаем информацию, что они были прежде всего подготовлены инструкторами той же самой «Вагнер». Un tāpat tā stāv Vāgnera Krīvijas приехали, kompānija nāca gatavoja gadiem jau viņas tur. И они привезли с собой гуманитарку. Un viņi atveda humāno palīdzību.
русские всегда привозят с собой. Ну, зина, как они парасти ведут гуманитарную помощь, как они сака. Дроны. Дроны. Ракеты, дроны. Ракеты и дроны, соответственно. И та война, которая вот у России против Украины, это дроновая война сегодня во многом. Это скажешь, что сегодня Украина, люди много с дронами, это все знают. Вы можете удивиться, как в 21 веке могут сегодня воевать, как 50 лет или 100 лет назад. Я, вы бринитесь, я как-то... Артиллерия, грады. Я грады, только... Эти катюши, да. Катюши, как аграк, я. Да, современный мир... Сегодня. Но не все так. Сегодня это мир технологий. Это технологии, конечно. И сегодня это война дронов. Это дрон. Они поднимают дроны, которые скидывают свои бомбы, свои ракеты или камикадзе, которые атакуют. Кас паши успрахст. И вот эта война дронов, это сугубо то, что началось в войне России против Украины. Он тас весь сака с Украина. Теши и цад веды карш. И мы видим этот же самый почерк, который произошел здесь с Хамасом. Он то паш парах свои лидзи, мы сразу Хамас поднял дроны. Винч пацел дрон. И они уничтожили сразу все камеры наблюдения. Винь весь из камер сизнейцина. Я был на такой базе. База, где командный такой пункт, где военные израильские, там везде камеры за всеми этим забором. Они построили забор большой. Я, узбувец, и это не просто бетонный забор. Это технологичный забор. Там много камер. С разных ракурсов. Они 24 часа постоянно наблюдают, анализируют, смотрят. И то, что произошло, что хамасовцы, они использовали дроны. Он так сказал, что хамас использовал дроны. И они сразу поразили вот эти вышки с камерами. Вистас новорошенные камеры с изнеицей. С телефонной и сотовой связи. Они положили ее сразу. Между базами военными не было связи. Не было никакого сакар. Между поселениями, в которые террористы зашли. С теми, куда террористы они не могли часами дозвониться ни до армии, ни до полиции. Не могли пьезвонить на армию, ни полиции, ни Атака была одновременно сразу в нескольких местах. Я видел информацию, что они сделали дырки около 80 дырок одновременно. В заборе. И вошли сразу с многих сторон маленькими группами. Мобильные группы. На мотоциклах. У вас, видимо, к мотоциклам. На парапланах. Они перелетели. Они были очень хорошо подготовлены. И до этого, чуть больше, чем за неделю, наша разведка, она видела, что российский спутник, военный, он зашел именно на территорию Израиля. Viņš virs Izraels ir nostādīts. Собирал информацию. Zatai, noteikti sāk vākt informāciju. Поэтому мы видим, помните, как в Библии написано? Kā Bībelē rakstīts? Голос Якова. Якова balss. Руки-то. Руки Исава. Jā, aizdev rokas. Руки Исава, голос Якова. Bet Якова balss. Мы видим, чьи уши торчат. Mēs redzam, kur ausis tur spīd. За этой атакой. Jā, aiz visa tā stāv. И мы русские подготовили. Ну, русский Иран. Jā, Krievijas armija sagatavoja, Иран сагатовоja. Спланировали. Это очень хорошо спланированная атака. Были на террористах, которые заходили, были очень хорошо вооружены. Террористы были очень хорошо бронированы, как Сибирь. Более того, что много оружия, это было... Это было российское оружие. И кривийские оружие были. А часть была трофейной с войны в Украине. Он был и трофейный оружие, как на Украине. То, что Россия... То, что кривий был поняем, мы саваку, привезли гуманитарку. Я вам наизвед хуману полицию. Подготовили. Yeah. Разработали план. Истрадай план. И поэтому сегодня уже Израиль очень прямо говорит. Он что-то не в Израиле, вот те же сказали, но надо про то. Они говорят, мы справимся сейчас с газой. Интересно, мы стиксим галар газу.
И я слышал депутата израильского, который сказал, но мы знаем, un кто за всем депутат. Этим стоит. Viņš pateica, mēs zinām, kas aiz visi tā stāv. И это была передача на русском пропагандистском канале, главное, Russia Today. Yeah, Russia Today, bet tas angļu valodā notika, и он сказал, и он сказал прямо, Russia Today. Tieši pateica, Russia Today tieši pateica tam kanālam. Жаль, что не послал туда, куда крейсер Москва. Жалко, не посылти, кур крейсер Я думаю, это следующее, но он так и сказал. Bet tas nav nākošais. Вы заплатите цену. Viņš teica, jūs samaksāsiet cenu. Мы поможем Украине. Mēs palīdzēsim tagad Украине. Мы сделаем все, чтобы Украина теперь над вами одержала победу. Mēs izdarīsim visu pēc tam, lai Украина uzvarētu. Потому что мы знаем, кто за всем этим стоит. Jo mēs zinām, kas aiz tā viss stāv. Потому что это тысячи мирных людей, которые были замучены. Tūkstoši cilvēku, kas tik nomocīja. Это уже сотни солдат, которые были расстреляны. Симтем солдат. А почерк один и тот же. Ношаут. Бет паракста спац. Только масштаб. Рокрекста спац. Масштабы того, что в Украине происходит. Масштаб. Мэрокс, отвернусь. В тысячи разы больше, чем это с Израилем. Тухстошим рейз лилакс. Потому что против нас воюет не террористическая, руки не террористической небольшой организации. Я предму найти нас не лил террорист. А мы воюем со второй армией мира. Бет мы скороем ротор армии пасал. С террористической страной, которая до зубов вооружена. Брунет лиц зубы. Самым высокотехнологичным оружием. Паш технологический. Поэтому у нас масштабы другие. Но почерк один и тот же. Поэтому, Нет. когда меня Паракса спрашивают, спаси, что я думаю про эту войну, во-первых, России и Украины, и вижу ли я в этом Украины. Связь, Un я вам скажу, что я верю, что вот эта война России против Украины, Krievija который сейчас Украину, имеет уже свое продолжение с Израилем, для меня это нулевой стих книги пророка Иезекииля 38. Потому что я вижу, что та коалиция, Jo es redzu, ka tā koalīcija, которая здесь написана, kas šeit ir aprakstīta, она формируется прямо на наших глазах. Формируется мусс отпреч. То, что они отрабатывали в Украине, то, что они отрабатывали в Украине, они сейчас начинают переносить это на Израиль. И всякая из нас то из Израиля. В России прямо так и говорили с 2014 года. Я слушал их фольклор тоже. 2014 года я врунаю, то Крев. Я немножко такой. И мне нравится копаться, Man смотреть, patīk, анализировать. Анализает, клаусейтес. И я слушал тоже их фольклор. Зюдеви фольклор. Русский фольклор. Крев фольклор. Причем я должен вам сказать, что это не какие-то в глубинке на гармошке играют. Tas nav kaut kur kādā ciemetā vai Народные артисты России. Tie ir nopietnā līmenī. Известные. И там есть такие песни. Mākslinieki augsts līmeņi. И одна из них... Это про великий русский народ. Дзесма, и они еще стал. До захвата Крыма. И вел при Скриевии. Такой припев. Крыму. И тац пиздец. Сначала мы вернем Севастополь, Сакума, который придется в Севастополь. Потом так, Константинополь. Тат Константинополь. Турция. А потом столица мира Иерусалим. Он та держал. И когда ты смотришь в это, ты смотришь, он, ты скатиес, анализируешь. Тас, сад, скатиетес, и за это время антисемитизм. Антисемитизм. В России, Кривия, особенно с начала полномасштабной войны, карты, антисемитизм сакум, государственный, tas, valsts līmenī, он поднялся с такой силой, viņš ir tā pieaudz, как никогда раньше. Kā nekad agrāk. То, что вы, может быть, не знали. То, ко jūs nezināt. Мы всегда читали в писаниях, что Бог перед своим возвращением соберет свой народ в Израиле. Это вы знали. Мы знаем, ка это вы знаете. Однако, Крисус, вы, savās, я знаю, что вы готовились к этому и в 90-х годах. Я знаю, ка 90-х годах мы и евреи всегда хотели вернуться ка домой в Израиль. Ка viņš atradīs savu tautu, но своей территории-то не было, да? Bet nebija территории. И только когда образовался государство Израиль. Он тогда, когда Израиль свалился. 48-й год. 48-й год. Появилась территория. Я порадуюсь территории. Но евреи с земли северной не могли возвращаться. Бет и не варят греется. А что земель, это за земля северная? Мы уже с вами kas говорили, знаем, что если ты посмотришь на север, нету ничего севернее по отношению к Израилю. Тогда это Советский Союз. Да, и потом Советский Союз. Где была одна из самых мощных еврейских общин. Он тут был очень специфичный. И евреи отсюда всегда хотели вернуться. Он не гребает, это раз греется. Но мы знаем, что Советский Союз не отпускал. Только когда Советский Союз Конечно, были разные волны, там, в 60-е годы, в 70-е годы. Но это были крупинки. Но когда Советский Союз рухнул, 91-й год, в 91-м году, когда собрук Совет, тогда евреи получили свободу. Я уверен, что кто-то из ваших друзей, с Риги уехали друзья, евреи, со всего
со всего, а с Украины no больше Украинц всего уехало. Избрауц. И с России начали выезжать. No Кривисак избрауц. Потому что был, и за это время вот 1 200 000 русскоязычных евреев уже выехали. 1 200 000 бы избрауку. Но Господь сказал, сначала исход будет из земли северной. Но сакум саксес, но земель земес. А потом со всех земель. Кад цилвека, поэтому земля северная и события землей северной, тад виss, кад notikumā, они имеют прямое значение событиями последнего времени. Tas viss ir saistīts ar pēdējiem laikiem. И там написано вот в этих пророчествах о исходе евреев, un tajās, pravietojumās, что сначала Бог пошлет рыболовов, но сакум viņš makšķernieks, это доброе время. Это мы с вами. Это те, которые приходили к евреям. А то и пи ебрей. И мы говорили, Бог посетил свой народ. Dievs ir atnāc pie savas tautas. Бог собирает свой народ. Viņš aicina mājās tevi. И первые двери Советского Союза un pirmās durvis, kas bija, открылись из Украины официально. Из Одессы, порт в Одессе. И там был христиане наняли корабль большой. Un kristieši īrēja kuģi. И он перевез тысячи и тысячи евреев. Мы участвовали с моей женой в этом. Mēs paši ar sievu piedalījāmies. Мы помогали в этом. Mēs palīdzējām tajā. И это еще было за короткое время до развала Советского Союза. Tas jau bija īsi pirms и мы приходили к евреям по всему Крыму. Un mēs gājām pa visu Krimu, по всей территории. И мы говорили, Бог посещает свой народ. Dievs ir atnāc pie savas. Это доброе время вернуться домой. Tas ir labs laiks atgriezties Izraēlā. Но Бог сказал, потом он пошлет. Pēc tam viņš Dievs teica. Охотников. Es medniekus sūtīšu. А знаете, было такое Zinējus. Время, когда мы приходили к евреям, а они уже сказали. Bija tāds brīdis, оставьте нас в покое. Liec mūs mierā. Все, кто хотел уже давным-давно уехать. Все, у кого были возможности, выехали. Kam bija iespējas, viņi ir aizbraukuši. Остальных оставьте нас в покое. Atstājiet mūs mierā. И нужно сказать, что евреи, предположим, в Украине, jā, man gribas чувствуют pateikt, себя очень хорошо. Okay, евреи Украина ļoti labi. И несмотря на то, что Раша используют эту пропаганду, что революция достоинства 14-го года, нацисты пришли, националисты пришли, что это война, которую они сейчас развязали, что это война против нацистов, и что мы убиваем евреев. Ну, знаете, всегда хорошо, как ты можешь проверить? Ну, как ты можешь проверить? Дерево видно по плодам. Koku var redzēt pēc augļiem. Не слова. Ne pēc vārdiem. Pasmatri na dilā. Paskaties, kādi ir darbi, kāda augļa. Kad 14. Gadu oni zahvatili Donbass. Kad 14. Gadā viņi Donbass iekaroja. A tam bila одна из самых больших еврейских общин. Tur bija viena no lielākām apvienībām ebreji. Они поднялись, и вся община ушла. Visa apvienība piecēlās un aizgāja projām. Spraciet meni, kuda? Un spraciet, uz kurien? В Рашу, конечно, безопасно. Uz Krieviju? Нет. Jūs domājat, nē. В Израиль. Наверное, все уехали в Израиль. Viņi visi aizbrauc uz Izraēlu. Нет. Nē. Kīv. Viņi atnāca uz Kīvu. Украинская контролируемая территория. Контроля Украины. Они построили целые новые поселения, новые деревни. Со своими новыми школами. Ar savām skolām, ar visu. С новыми больницами. Ar savām slimnīcām, skolām. Не в Израиль переехали. Но не aizbrauc uz Izraēlu. Не в Рашу. Под не уз Кривии. Украина. Бет уз Украина. Вот такие нацисты мы. Вот тад мы сесам нацисты. Такие фашисты. Тад фашисты мы антисемиты. Сесам. Антисемиты. Выбрали еврея президентом. Я он извелеем президента еврея. Самый что ни на есть нацист. Паша натуральный. Видимо, наш президент самый большой нацист. Тас лайком подслелакайся. Но то, что я хочу вам сказать, что перед прямо незадолго до начала вот широкомасштабной этой агрессии. Я не иси перм шисте агрессии. Американская разведка предупреждала, израильтяне знали, что будут. Американцы муз бриден. Они приехали в Украину, все их первые чины. Jā, visi viņi ministri iekšlietu dienestu, ārlietu ministri brauca. Organizovali celi evakuacionie poezda. Da vilcieni tika organizēti, ogromne kur evakuēja autobusni, autobusi. Это целые караваны. Jā, karavāni vesels, rīns ar autobusiem bija. Чтобы прямо перед войною, за несколько дней. Dažas dienas pirms. Ukraina pomogla всем, что могла. Армии, которая охраняла. Транспортом. Visi palīdzēja ar transportu, ar чтобы visu, вывести всех евреев из Украины. Lai izvest visu ebrejus ārā. Перед войной. Pirms kara. Израиль ожидал, что примерно 100 тысяч украинских евреев вернется. Израиль думает, что 100 тысяч kaut kur atgriezīsies. Которые не хотели уезжать. Kur negribēja braukt. Но вы должны знать, что в Украине примерно около 300-400 тысяч еще евреев есть. Vēl 300-400 tūkstoši евреев. И в России полмиллиона.
Un pusmiljons ir apmēram krievi. Miljon ruskoговорящих евреев примерно есть. Tātad miljons krieviski runājošu. Miljon 200 000 уже уехал в добрые времена. Miljons 200 aizbrauc labos laikos. А эта война, она сдвинула этот пласт, который не хотел выезжать. Un tagad sakustināja tos, kas negribēja braukt. Эти охотники побежали. Tāpēc, ka mednieki ir izgājuši. Но кто были эти охотники? Bet kas bija tie mednieki? Не украинцы фашисты. Не украин фашисты. А русская армия, которая пришла. Bet krieva armija, kas ienāca. От которых израильтяне начали эвакуировать. Но как Израиль pats sāk evakuēt savus cilvēkus. Но, к сожалению, большая часть евреев так и не покинули свои те, они не воспользовались этой возможностью. Bet liela daļa ebreju tik un tā neizmantoja šo iespēju. Многие уехали в Европу, как и многие украинские беженцы. Daudz aizbrauca uz Eiropu, tāpatās kā mūsu bēgļi. Многие в Германию, конечно, daudz уехали. Daudz uz Vāciju aizbrauca. По всей Европе. По visai Европе. В Израиль уехало примерно около меньше 20 000. 20 000 apmēram, pat mazāk aizbrauc. Из 100 000, которых они ожидали. Израиль был разочарован такой статистикой. Jā, Израиль bija tā vīlusies tajā statistikā. И, конечно, когда война началась, это полномасштабно. Kad sākās šis karš. Границы Украины сразу закрыла. Uzreiz aizvēja robežu. И все, Украине. Кто имеет украинский паспорт. Visiem, kam ir ukraiņu pasa. От 18 до 60. No 18-60 gadiem. Ты не можешь покинуть. Tu nevar vienkārši izbraukt no valsts. И это касалось также евреев. Tas у tieši которых, arī ebrejiem. У которых украинские паспорта. Viņiem ir ukraiņu pasas. Или даже два паспорта. Даже если израильский есть, но есть украинский. Это по тебе дивс пасу. Они не могли покинуть территорию. Во евреи Израиль, это ты не помнишь. Это тоже такая, это так важно, друзья. Если Бог нам что-то показывает, это сигнал. Это Дьявол сколько рад, ты сигнал. Не игнорируй этот сигнал. Воспользуйся. Это как пастор спросил, должны ли мы готовиться? Вы мусор я готовую. Если светофор тебе красным светом орет уже. Это луксофор, что сарфано гайсу спидин вислайк. Езжай. Действуй. Вот дарбоес, рикоес. Готовься. Готовоес. Может, стоит послушать? Варбут вайк поклаусит. Многие не воспользовались, и это стало... Даусу неизмантой. Но мне потом звонили многие... Но мои друзья из Запорожья, когда Запорожье был полностью атакован, на Запорожье звонили, которые были узбрукомы. Помоги вывести. Тес палец извест. И я звонил тем людям, которые устраивали все эти эвакуационные поезда. Он звонил тем, кто организовал. Влиятельным людям. Люди эти не верили, все поезда забиты. Для тебя сделаем, найдем место. Но ты у меня сатрадись, бет виси пилонс. Я звоню этим людям, говорю. Я саку, вар. Ты с сыном можешь выехать. Ту ардал вар избрать. И потом вопрос следующий. У тебя какое гражданство? Как ты пилсонība? Украинское. Я звоню туда. Es zvanu tur. У него украинский паспорт. Viņam ir ukraiņu pas. И они говорят, мы ничего с этим не сможем сделать. То mēs neko nevaram. Мы довезем до границы. Mēs līdz robežai tevi var aizvest. Но никто его дальше не пропустит. Bet tālāk viņu nelaidīs ārā. Потому что это война. И во время Tāpēc, войны karš, другие правила. Kara laikā ir citi noteikti. Но что еще произошло в этот момент? Kas vēl notika šajā brīdī? Побежали русские евреи. Сака самой территории России. Но Кривис, потому что их начали ебрей. Мобилизовать на войну. Скорее Винис сак мобилизовать. И там гробы начали приходить. Он тогда зарк сак тысячи, на тысячи, тысячи гробов. Зарк. И информация отпакать. Начала просачиваться. Он информации сак накт. Это не победный. Да на около. Триумфальный. Да, парадный. Парад с Гаиен. В Киев за три дня. Я Киев три раз денас. Это сотни тысяч гробов уже. 7 000 шнака от Пакальзар. Их начали мобилизовать. Они сак мобилизовали. И евреи поняли. Он где евреи сапрат. Из России чем это для них? Куда с ним траут? И они побежали. У меня сак мукт. И самое большое сейчас количество евреев, которые приезжают Un в Израиль, да, если так из Вайрумска, к сожалению, Израиль, даже не с Украины. Демжал, это снова Украина. С России. Это снова Кривис. Мы видим, как обстоятельства Mēs redzam, начали обстахи сак, выталкивать. Война начала выталкивать. Карш сак, винс, винкарш дзит. Ту часть евреев из земли северной. Я, но земель зем, сто далее. Которые не хотели. Кас не гребя, так брал. Что мы видим такие разные пророческие пазлы, redzam, та, которые касаются евреев, которые касаются Израиля, кас ира, рай, Израил, которые касаются эбрия. Коалиции, военной коалиции врагов, которые против Израиля пойдут. Коалиции, кас ведуэс прет Израиль. А формируется это в этой войне. Tas viss formējas šajā karā. И один из тех моментов, Un viens no tādiem momentiem, если мы говорим про вот эту даже войну Хамас, Un, ja mēs runājam par šo karu Хамас ar Израиль, ar Израиль, когда ты читаешь это, kad tu lasi to, у тебя закипают это эмоции, чувства, страдания. Tā, эмоцijas, jā, līdzību, и ты думаешь, это tu domā, ислам, неудержимый. Tas viņš nav apturams. Но
Я поделюсь с вами моими размышлениями. Если можно. Если можно. Савс, думас, я могу поделиться. Пока ты делился моими всеми. Начинаю уже свои. Я Спадайся, ты я не призываю вас верить в то, что я сейчас вам скажу. Это не пророчество, что я видел в видении. Это анализ ситуации. Это моя анализа, как я вижу ситуацию. Около уже какого-то времени есть огромный проект, где задействован Китай и Россия. Kur ir Ķīna ar Krieviju. И там много других стран. А называется это новый шелковый путь. Tas ir jaunais, tas zīda ceļš, kur daudz, я уверен, что многие из вас слышали. Esam dzirdējuši noteikti par to. И вокруг этого проекта это un один часовой пояс. Tas ir viens tāds, один пояс, один viens, путь называется. Jā, viens laiks, viens tur а в чем идея? Ceļš. Kur ir ideja? Китай, Ķīna, основатель этой идеи, Ķīna radīs to ideju, и создать новый экономический путь, jaunu ekonomisku ceļu grib izveidot, новый шелковый путь, jā, tas zīda ceļš, который через Среднюю Азию, caur Vidus Āziju, одна ветка, через Россию, un caur Krieviju, через, должна была идти в Европу, vajadzēja iet uz Eiropu, а другая ветка должна была пойти через страны Персидского залива, un caur Persijas līdz valstīm otram, и в Европу, uz Eiropu. Но во всем этом это был большой выигрыш Китая, как Китая и России, потому что tur, то, чем... Tur būtu vinētāji Krievi un Ķīna visvairāk. Потому что не только собирались, как это, айфонами китайскими торговать. Ну, только они гребят торговать. А, конечно, природными ресурсами. Дабс ресурс. Также, которые Россия поставляла, главный поставщик Европе, к вам сюда, в Латвию, везде. Пегадатайс ар Европа бі Крievi. И этот проект, и вокруг этого проекта уже нарастилась огромная такая политическая коалиция. Он тут тād политическая коалиция изведуешь им проектом. И у них было по этой встрече, было по вот этому проекту несколько встреч. У меня бі вайрак стикшенас сакрашо проект. Одна была в 2015 году. 15-я года была первая. Одна была, по-моему, если не ошибаюсь, в 19-м году. 19-я года была. А следующая встреча, третья. Он треша. Она была запланирована на 17-18 октября 2023 год. Я 17-18 октября. В эти дни. Я планировал. Сейчас я сделаю. Если вы видели информацию, что русский президент приехал в Китай, это именно об этом. Тас бей теж пар то руна, кад Путин сайзбрауц уз Ķīnu. Но что произошло? Конечно, этот проект должен был Китай сделать чуть ли не главным. Китай и Россия вот главными экономическими, политическими игроками в мире. Вывести их на первые места. И тогда в противовес этому в сентябре 2023 года, вот, вы же читали информацию, что в Нью-Дели собрались Great 20-ка, да? Индия сатикас 20-некс, весь лелакас валс. А среди этой Great 20-ки, там есть Great 7-ка. Тур ир 7-некс. Была 8-ка. Бия 8-некс. С Россией. И ар Криеви. Криеви тик изветара. Но России показали красную карточку. Мне парадий сатану картень. И послали туда, там, где и российские крейсер. Viņas atteica viņiem. И тогда это семерка. Un tad tas septītīgs. И они встали с новым экономическим проектом. Un viņi arī nāca klajā ar jaunu ekonomisku projektu. Президент Байден, Америка. Байденс, Америка. И Грейт. Un visi lielās septītnieks. И они сказали, мы создадим альтернативный. Un viņi teica, mēs radīsim alternatīvu ekonomisku projektu pasaulē. Который должен соединить Индию. Kas savienos Indiju. Через Ближний Восток, страны Персидского залива, где ключевую роль должны играть Саудовская Аравия, kur Сауд Арабия, и Израиль. Un Израил, galveno lomu от Израиля spēlēs. Должна пройти ветка в Европу. Un no Izraels iestas atzars uz а потом Europu. С Европы это должно no пройти в Северную, соединить с Северной Америкой. Un pēc tam tas и Канаду. Uz Канаду проям, uz Земель-Америкой. Израиль и Саудовская Аравия должны здесь играть такой центральный хаб. Un tur tieši Сауд-Арабия ar Израиль pats centrālais tas а хабс, что Израиль собирался и собирается в этом проекте поставлять в Европу? Un ko Израиль grib piegādāt Eiropā? Чистую энергию. Tīru enerģiju. Водород. Ūdeņradi. Сейчас от Раши, что мы все получаем? Газ? Да. Углеводороды. Углеводороды. Я, газы. Уже воды. Потихоньку, уже во многом не получаем. Из-за этой войны. Из-за этой войны. Эта ветка через Россию, она уже не действует. Я, цаур Криви, вайс не страдатас.
А это место начинает выдвигаться Израиль. Он Израиль сам изверзит это. А теперь tagad, мы. Он так говорит, сака, мы спегадасим. Выходим на этот на первые места. Мы и мы будем vietā. Поставлять Европе чистую энергию. Я мы спегадасим что-то энергии. И вместе энергией. С этим прокладываются не только логистические современные пути. Не только логистика сельтек вейдот. Поезда скоростью 300-500 километров. Тут не только вилцен 300-500 километров атрума. Вместе с этим вся инфраструктура начинает выстраиваться. И скоростные интернет, скоростные интернет, все технологии, они начинают через Израиль. Цаур Израиль. Прокладывается по Средиземному морю все эти пути в Европу. И это происходит прямо сейчас. Израиль начинает занимать это центральное место в этом альтернативном плане. Альтернативном планом, и потому Саудовская Аравия и Израиль, и прямо незадолго до этой войны, Израиль. Авраамовые соглашения, вы же слышали, Дзедет, как при президенте Лигумс. Америки Трампа, я, Трамп он начал формировать эту коалицию арабских стран и Израиля, примерять их. А следующее, что он сейчас пробует сделать, Байден, это президент Байден, это Саудовская Аравия, потому что это ключевой исламский, мусульманский игрок, и Израиль. И начали появляться много информации, что, возможно, они уже близки. Это исторический момент. А такого еще даже год назад, 2-3, невозможно было думать, что это возможно. Но экономика, она начинает объединять тех, кто в других ситуациях никогда бы... Yeah, экономика апвенуцерес тос... А какая причина вот этой vienoties? Пророческой войны против Израиля, когда этот Гог и Магог, князь Раши, Мешеха и Фувала, когда они пойдут с этой коалицией ливийцев, эфиоплян, иранцев против Израиля? Когда мы только что прочитали этот длинный кусок, а там написано «ограбить», «лаупить», забрать все, поймем ты все то, все имущество, все достижения. То есть мы видим, что у этого северного игрока все становится плохо. То есть вся экономика, все становится плохо настолько, что им надо будет где-то взять это. Им надо сколько-то отнять, когда. И они скажут. Израиль. Он подойдет Израиль. Вот. Рейскервером. Который поставляет это. Каспегада. То. Который производит технологии. Который то и это. И цель этого похода он не политический поход. Он основан политический. Я имею в виду мотивация военного похода против Израиля. Она мотивация. Это не на небе написано. Это война антихриста против Христа. Пред Христу, тур это для кампас. Того, чтобы Христос не вернулся на землю. Христос не отнакт вир земс. Нет, это банальная причина. Это банал, это принцип рекономики. Ограбить Нозак, весь народ абзакт, и всю страну. Абзакт валсти, но чтобы кого-то абзакт. Обзакт. Они чем-то должны обладать. Они, у них должен быть... Как ябут, лай абзакт винс. Поэтому, с одной стороны, мы видим, как евреи под давлением мы этой войны... Эбрей, кардель, начинают бежать те, которые не Сак, хотели. Бегт, отпакать, по те, кас не гребет. И я хочу кинуть вам в этом, если хотите, вызов, если позволите. Он изгребет, а есть множество пророчеств. И да, он справит. Я их изучал на протяжении 30 лет. Из 30 лет свинцяс студент. И есть много пророчеств, что вот эти евреи из Украины, России, русскоязычные украины. Из Крыма, из Круна, из Шебрей, но украинцы он. Когда кривис. Вот эта масса. Это масса. А представьте, это миллион. Я думаю, с миллион. То есть мы в этой войне сейчас что мы увидели? Миллионы украинцев, которые побежали. Мы сейчас за миллион с украинцев. Мгновенно границы должны были открыть, чтобы дать возможность уйти. Я вот если бы так вот этот русскоязычный миллион евреев этот миллион, в тяжелых обстоятельствах побежит через границы. Бегс ор робеж. И тогда, когда они побегут, есть много пророчеств, что церковь близлежащих стран будет играть свою ключевую роль, помогая. Палидзес, принимая. То отслэгс, то и есть пророчество о Балтии. Есть пророчество о скандинавских странах. Про Скандинавию. И даже когда вот эта война широкомасштабно началась в 2022 году, пастор Вилнис позвонил мне. Вилнис мне позвонил, мацитес. И он сказал, во-первых, мы с вами, Дмитрий, как ты, Дмитрий, как твоя семья, чем мы можем вам помочь, что мы можем для вас сделать. А второй вопрос, он сказал, чем мы вообще можем быть полезными в этой истории. Потому что мы не хотим стоять, мы видим, что-то происходит, мы не хотим стоять в стороне.
Vienkārši tā skatīties. Мы хотим помочь, мы хотим быть инструментами в этой ситуации. Un gribam būt kā instruments šajā situācijā. И одного из того, что мы видели, как евреи вот в этой эвакуации. Un vien no tā, kā mēs redzējām, масштабно начали двигаться. Šajā evakuācijā. Но большинство из них, они поехали в Польшу. Lielākā daļa aizbrauca uz Poliju. И южнее пошли от вас. Un Румыния, pusi, Rumānija, pa Moldova. Gāja, Moldova. То есть это было тот путь, которым, через который они уехали в Израиль. Tas bija viens ceļš, kā viņi aizbrauca uz Izraēlu. Вы немножко... Mēs esam просто с вами у нас нету жаль, да. Что у нас не с вами прямая граница. Я жалко, хотели, мы хотели, чтобы жарём. Вместо того северного гребет, лай, земель, Гоги, я, Гогас, робеж будет на Магоги, Магога. Мы хотели, чтобы у нас были такие yeah. друзья, это, гребет, соседи, лай, робеж, как вы. Он тот каймень, как юс. Но нам не повезло с соседом. Бед мы жаль, не был повезти. Ну, у вас тот же самый сосед, к сожалению. Мы сейчас под каймень ждем жаль. И а у нас связь через вами через Белоруссию. Он у нас в Балкреви сынок. И потому, когда следующее движение, если ну, будет украинских евреев, через Беларусь, возможно, они к вам придут. А может, они придут через Эстонию к вам. Varbūt caur Igauniju pie mums nāks. Но я чувствую в своем сердце уже на протяжении каких-то лет. И мы с моей семьей с 2014 года. Но 2014 мы каждый год проезжали через все страны Балтии. Мы сбрасываем цар висям Балтийских Скандинавии. И у нас была интуиция. Та, ты не объяснишь это просто чувство. То не варискай дрото, что-то здесь сайот. Есть. Гаутка и мы встретились, познакомились с пастором Вилнисом в 2014 году с другими лидерами в разных странах. А цитем лидерам цитас Валстейс. И наш, между нами начали завязываться отношения. Какие-то встречи, контакты. Мы контакты. Начали строить эти. Yeah. А с 2018-го no, Бог повел года. Нас в такую масштабную поездку в нашу yeah. семью. Бей тац, лил, сац, и мы снова встретились с пастором. Мы сакал сатикамес. И с пастором Лигой yeah, мы встретились. Yeah, мы сатикамес, и мы и знаете, что я верю, что es вы ticu, будете играть свою роль здесь. И я думаю, что однажды... Un es domāju vien dienu. Не только украинские беженцы. Не только украинские беглы. Которых вы приняли, спасибо. Курс вы принимаете, paldies. Но может уже придут те, у которых будут такие носы. Varbūt atnāks tādi, kur varbūt deguns savādā formā. Которые будут фамилии. Un kuriem būs uzvārdi savādā. Но возможно, русские евреи, которые... Iespējams, Krievijas ebreji. И они придут. Viņi atnāks. К границам. Pie robežas. Эстония. Pie Igaunijas, Latvijas. Финляндия. Сомия. Что мы сделаем с этим? Ко мы сделаем с этим? Как мы рикосимся? Мы можем сказать... Мы можем сказать... Не наше дело. Но мы услед. А мы можем сказать, как пастор Вилнис сказал. Мы можем сказать, как Вилнис. Мы не хотим стоять в стороне. Мы не хотим стоять мало. Бог что-то делает, что-то происходит. Дьявс кого-то дара, кого-то сноты. И мы хотим быть его инструментом. Сегодня пастор Вилнис сказал, мы его руки, мы его продолжение. Даже он сказал на латышском, мы сам рокас. Даже я это понял. Yeah, мы сами не рокас, потому что я тебя перевел. Да? Да, шутка. Да. А потому это не космические какие-то, знаете, это не звездные войны, которые где-то там. Я то знал, как от звайжень карс, как у талма, как у снотек. За всеми этими обычными событиями драматическими происходят пророческие события. Нотек праведиск, свинкаш, дарби и брицеб. Мы можем сказать, это между Россией и Украиной. Мы сможем сказать, ну, тур старб Украину. Не наше дело. Он Кривий, как снотек, как мы стабдали. А можем увидеть, что что-то больше происходит. Это как у сварах нотек. Как знаете, написано душевный. Он не может судить Dveseliski. О том, что Бог делает. Tu nevar spriest, ko Dievs dara. А духовный bet, kas ir garīgs, судит обо всем духовно. Viņš spriež garīgi. Нам Бог открывает. Jo Dievs mums atver, atklāja. Духом святым. Ar savu svēto garu. Поэтому мы можем сказать, это обычные события. Mēs varam teikt, tas ir vienkārši paras Война, notikum. Конечно. Karš. Но мы можем увидеть, что bet Бог посреди это делает. А потом, когда евреи побегут, un tad, kad ebreji sāks bēgt, мы можем тоже сказать, это обычные события. Для кого-то это будет обычные события. Но когда это будет arī paras notikums, ну, бэг. А мы можем сказать, это Бог. Mēs varam pateikt, tas ir Dievs.
все готовит сцену к своему приходу. Viņš visu gatavo savai atnākšanai. А мы на пути. А мы esam ceļā. И мы его руки здесь. Mēs esam на этом участке дороги. Шая те ceļa vietā. И мы можем доставить их куда нужно. Mēs varam paņemt, я позвонил главному консулу израильскому. Es piezvanīju ģenerālkonsulam Izraēlas. Год назад я сказал. Год atpakaļ. Есть пасторы. Es teicu, ir mācītāji. Есть церкви в Латвии, в Риге. Ir baznīcas, draudzes Rīgā. И если их нужна помощь, они готовы. Un, ja ir vajadzīga palīdzība, viņi ir gatavi. Pastori за всех вас уже ответил. Jā, mācītāji sev atbildēja. Он сказал, мы готовы, мы хотим помочь. Амен, мы esam gatavi. И я сказал ему, там есть, кто готов помочь. Ir tādi, kas gatavi palīdzēt. И он сказал, мы пошли, волна пошла другой стороной. Jā, mēs teicām, pagaidām vilnas aizgāja citā ceļā. Он сказал, мы будем знать, что у нас там есть друзья. Мы знаем, я сказал, мне надо знать, что там есть друзья. Yeah. Ну, нужно сегодня готовиться. Давай я познакомлю тебя с этими хорошими людьми. Потому что когда нужно будет, вы уже должны знать друг друга. Вы должны быть готовы уже что-то сделать. А не на пути что-то придумывать. И Бог сегодня уже что-то хочет с этим делать. И я уверен, что Бог видит. И не случайно. Ну, не, tas nav когда вы праздновали день рождения вашей церкви, tad, kad jūs, один из дней у вас был посвящен Израилю. Dienu bija veltīt Кто-то Izraeli. Скажет, это просто песни. Kas странно, мы там еврейские песни попели. Jā, mēs padziedājām, это подготовка. Tas bija sagatavošanās, чтобы быть Божьим инструментом. Lai būt Dieva instrumentam. Должны ли мы быть готовы? Vai mums ir jābūt gataviem? Мы должны быть готовы. Mums ir jābūt gatavi. И я вижу, как Бог вас употребляет. Сегодня это на уровне интуиции. Varbūt tas ir intuīcijas līmenī šodien. А завтра вы будете готовы. Bet rītdien jūs būsiet gatavi. Знаете, однажды кто-то сказал. Un vienreiz viens teica. Успех приходит. Veiksme atnāk. К подготовленным. Тем, kas ir sagatavojušies. Когда началась эта война, я вам уже говорил об этом. Es jums stāstīju par to, kad sākās šis karš. Мы были готовы. Моя семья была готова. И еще один момент. Vēl viens moments, ko es gribēju. Книга пророка Даниила, 9 глава. Пастор, я подхожу. Даниил, грамота. Es jau tuvojos. Tuvojos. 9 глава. 23 стиха. 23. Здесь указатель времени. Вы это прекрасно. Ну, tas ir ļoti patīkami. Šeit ir parādīts laiks. Tas ir... Скажите, кто рядом, это прекрасно. Pasaka, tas ir brīnišķīgi. В начале моления твоего. Kad tu iesāki Dievu lūgt. Друзья, молитесь об этих событиях. Я лудзет по всем нотакам. Если я могу попросить вас, пастор, я уверен, что вы это делаете. Es zinu, ka jūs to darat. Но молиться ибо всем, что мы сейчас мы размышляем, bet to, ko возможно, Бог направит вас. Лудзет par to. Jūs Dievs virzīs tajā. Тоже помолиться, задать вопрос. Yeah. Бог, что думаешь? Dievs, ko tu domā par to? Какие сроки? Kādi laiki, termiņi? Церковь должна молиться. Draudze ir jālūdz. Это вообще естественно, что tas церковь молится, правда? Jā, tas ir dabīgi. И когда мы молимся, un kad mēs lūdzam, тогда в нас производится масло Божье. Tad Dieva eļa sāk lūst. А оно еще дает нам такую выносливость. Vai mums dod arī tādu izturību. Даже если ты не видишь ответа сразу, ja tu neredzi pat uzreiz, а у тебя atbild, есть вера, bet tev ir ticība. Пройти. Tev ir ticība iziet tam cauri. До ответа. Līdz atbildēji. И тут написано. Un te ir rakstīts. Я пришел, это архангел говорит Даниилу, пророку Даниилу, возвестить тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение. Какой стих спрашиваешь? 23. 23 Даниила. Kad tu iesāk Dievu lūgt, man atklājas Dieva vārds, un es ierados, lai tev dod ziņu, jo tu esi it īpaši iemīļots vīrs. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего. Ir nolemts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu. Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная. Lai apgrēcība izbeigtos, grēka mērs taptu pilns, lai izpirt un salīdzināt pārkāpums un panākt mūžīgo taisnību. И запечатаны были видение и пророк. Lai piepildītos praviešu skatījumu un pasildinājumu par nākotni. И помазан был святой святых. Un iesvaidīt vissvētāko. То есть Господь посылает архангела с посланием к... А он молился за Израиль в этот момент. Эрцэнджелс тек сутиц, я как тик лукц по. И Господь говорит. Израиль. Вот видение. Мы все крестим. О последних временах. Пар педиам лайке. 77 Септиндесимит. Пророческих особенных. Они определены как времена
Для твоего народа. Tas ir noteicis laiks tavai tautai. И для святого города, для Иерусалима. Un svētajai pilsētai Jeruzalemei. Это не для всего остального мира. Tas nav visam, visai это pasaulē. Особенные 77 дней для Израиля и для Иерусалима. Priekš Jeruzalemes un priekš события, которые связаны с Израилем и с Иерусалимом. Tas, kas saistīts tikai Izraēlu un Jeruzalemi. И Господь говорит, когда вот эти 77 дней закончатся, un kad 70 nedēļas laiks šis beigsies, тогда будут грехи Израиля прощены, беззакония запечатаны. Tad tiks izpirkti visi pārkāpumi. Тогда правда вечная произойдет. Tad notiks taisnība. Видение пророк запечатано, что это значит? Исполнится пророчество и видение, они исполнятся. Tātad viss tas, kas tika pravietots, viņš tas piepildīsies. И помазан будет святой святых. Un būs svaidīts visvētākais. И придет Мессия. Un atnāks Mesija. Помазан царь, как царь, не как жертвенный агнец. Viņš nebūs помазан kā, царь, который kā upurs, придет, bet kā ķēniņš viņš atnāks. И который будет править в Израиле. Un kurš valdīs. И из Израиля на земле. No Izraēles pār visu pasauli. Потому что написано, что это царство обещанное Давиду. Tas ir tas, kas и когда Иисус пришел, Давидом. Они говорят, это царство Давиду. Saka, потому Давид. Что евреи и Израиль будут играть ключевую роль в царстве Божьем на земле. Tāpēc, ka евреи тур atslēgas persons ir tajā visā. 77 дней для того, чтобы царь пришел. Tātad 70 дней laiks, lai tas и дальше он говорит, и так знай и уразумей. Un tad zini un saprot. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. No tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzalemes atjaunošanu. До Христа владыки. Līdz svaidītam valdniekam. 70 min и 62 седмин. Jāpiet septiņām nedēļām, pēc tam 62 nedēļu laikā. И возвратится народ и обустроится улицы. Tu atkal atjaunos un uzcels ar tirgus и стены, но в трудные времена. Ielām un grāviem, kaut arī spaidi pilnā laikā. И по истечению 62 седмин. Un pēc tam 62 nedēļām. Предан будет смерти Христос. Tas svaidītais tiks nogalināts. И не будет. Gan ne viņa. А город и святилище. Разрушены будут народом вождя. Pilsēt un svētnīca izpostīs kādu valdnieku karaspēks. Который придет, и конец его будет, как от наводнения. Ieradīsies arī tas pašs valdnieks, bet pēc tam būs gals. И до конца будут войны и опустошения. Un līdz pašam galam būs karš. И 27 стих. Un 27. И утвердит завет для многих одна седмина. Un viņš ar daudziem slēgs ciešu darību uz vienu nedēļu. А в половине седмины прекратится жертва. Nedēļas vidū tiks atcelts kaujamais upurs. И на крыле святилища будет мерзость запустения. Un tā vietā, kā pirmais izvirzīsies pustīšanas negantība. И окончательная предопределённая гибель постигнет опустошение. Un proti ilgamā ar iepriekš nolemtā iznīcināšana pārvelsies pāri arī pašai pustīšanai pustītājai. Upraščajamся. Sarežģīt. Bet, nu, Бог говорит 77 дней в отношении Израиля, Иерусалима. Недель, соответственно, и он говорит 70 дней и 62 седмин. Он 62 недель. Сложили вместе 69 седмин. Сали копа. Это до рождения Христа. Das ir pirms Kristus. Он говорит, Христос будет распят tātad, по истечении 67 и 62 седмин. Tātad, pēc šīm-то недель, и не будет воскреснет. Krustā, un viņš то есть 69 седмин до смерти Христа, рождения Христа, смерти Христа, воскресения Христа. Un viņa augšām celšanās. И потом он говорит, что будет разрушен храм Иерусалим. Bet viņš saka, tiks šis templis noārdīts. И это все вместе 69 седмин. Un tas viss 62 nedēļas. А исполнились это все в точности в 70-м году нашей эры. Un 70-tā gadā mūsu ērā tas ir piepildīts. Когда 10-й римский легион атаковал Израиль. Tad, kad Romiešu leģions uzbruka. Иерусалим был разрушен. Jeruzalem tik iznīcināts. Стёрт с лица земли. Vienkārši iznīcināts. Храм разрушен до основания. Visi noārdīja. Помните, Иисус сказал, когда они ему показали храм, kad viņam parādīja, он говорит, камня на камне не останется. Akmens uz akmens nepaliks. Он говорил, это примерно около 40 лет до этих событий. Мы считаем 40 годов прошло. В 70-м году все в точности произошло. Года, тас нотик. Иерусалим разрушен. Иерусалим миллион евреев убиты. Миллионы храм разрушен до основания. Тас темплс ноардиц. Евреи выгнаны из своей земли, рассеяны по четырем концам земли. Эбри изъят по весь пасаул. Лишены своей страны. Новайрс валс. Земля Израиля переименована в землю Палестина. Un viņi tad nosauca par Palestīnu. Теперь, когда вы говорите Palestīna, Хамас, палестинские
Палестинцы. Вы должны понимать, откуда это имя. Но Палестина. Палестина. Палестина это римский император, антисемит, антиизраилит, который разрушил и уничтожил антисемит, Израиль. Император, чтобы не было даже упоминаний никакого. Не об этом народе и об этой территории географии. Я про то, потому что в его время Израиля. Эта территория называлась Иудея и Самария. Назвал Палестиной. Поэтому мы понимаем, откуда эти палестинцы. Сапрану, кто такие палестинцы? И вообще, есть ли Палестина? Нет такой. Палестина, в Божьих глазах и в Божьем плане вообще такого не существует. Но мы видим, что 69 седмин уже исполнились. Мы видим, как это с моментом рассеяния евреев. И как евреи так иссутит. Есть только одна седмина, только 7 лет оставшиеся. 7 годы, которые остались. Которые должны исполниться для Израиля и Иерусалима. С того момента, когда евреи были рассеяны, это время для язычников началось. Из Иерусалима Евангелие пошло во все народы. С рассеянием евреев они пошли, и Евангелие принесли во весь остальной мир. И это время, когда Бог начал наполнять ковчег спасения Un Dievs sāk piepildīt. Людьми из разных народов, племен, языков. Un glāb dažādi cilvēki no dažādām valstīm, valodām. И мы сегодня читали с вами, помните, в послании к римлянам 11 главе, 11 nodaļā, когда апостол Павел говорит, я не хочу оставить вас в неведении, в незнании об этом тайне. Чтобы вы о себе не мечтали, чтобы вы не думали, что все обетования для вас, вся история для вас, все только о вас. Конечно, о нас. Слава Богу. Да, и аминь, все обетования. Но есть все обетования, которые принадлежат Израилю, и они принадлежат, и Бог не изменил этого. И Он говорит, что это время язычников, оно на время только, время, которое Бог дал в своей милости для спасения всех остальных народов земли. Но Он говорит, но потом Божий взгляд обращается к Израилю, и весь Израиль спасется. Tik svērs uz Izraelu, un visi Izraela tiks glābti. И спасется он с теми событиями, которые связаны un с Израилем. Ar šiem te notikumiem, kas saistīti когда ar все народы двинутся войной против Иерусалима, kad visas tautas celsies un ies pret Izraelu, тогда он придет. Tad viņš и придет на гору Илионскую. Он отнакс uz Эльс Калм. И войдет в Иерусалим. Он ienāks Izraelu. И из Иерусалима его царство наполнит всю эту землю. Un tad no Jeruzalemes visa valstība tiks izplēsta. А почему мы с вами думаем, что... Kāpēc mēs domājam? Или почему я думаю? Kāpēc es domāju? Капец. Почему ты думаешь, что... Kāpēc es tā domāju? А потому что мы видим, что Бог восстанавливает Израиль. Mēs redzam, ka Dievs мы видим, что 75 лет назад... 75 года atpakaļ. Евреи всегда хотели вернуть свою территорию. Я изучал этот момент. Евреи через века делали огромные усилия. В каждом столетии, в каждом веке они прилагали усилия, чтобы свою страну получить. И я вам скажу, что в средние века мы ругаем средние века, но вы даже не представляете, какие целые огромные евангельские движения возникали в Англии, в Британии, в других странах Европы за Израиль. Евангельские христиане делали такую уникальную работу для евреев, для Израиля, с их властями, с на высшем уровне, адвокатируя евреев. Веря в пророчество, что Бог совершит, Бог восстановит Израиль, делая мосты между евреями с их властями, также с турецким императором, который контролировал эту территорию, со всеми императорами, которые тогда контролировали на протяжении веков эту землю. Это часть, которая вообще неизведана. Их церковь делала на протяжении веков невероятную теологическую, дипломатическую работу. Когда евреи не способны были верить уже в свою страну, церковь верила.
Draudz ticēja. И не только верила, говорили, Бог даст. Un teica, Dievs и на политическом Dievs уровне un politiskā līmenī прилагали усилия, un чтобы, чтобы однажды это случилось. Lai vien dien tas notika. И был просто невероятный всплеск в начале 19-го столетия, gadsimtā notika, что сделали евангельские верующие. И генерал Аленгби, британский генерал, когда они воевали с Турцией, которая контролировала территорию современного Израиля, и Британия победила, un Britāni uzvarēja šo Turciju. А генерал Аленгби был евангельский христианин. Viņš bija kristietis. И когда они подошли к Иерусалиму, un kad viņi pienāca pie Jeruzalemes, он слез с коня. Viņš nokāp no zirga. Он сказал, я недостоин войти в этот город на коне. Есть только один царь, ir tikai viens который cienīgs, на белом коне достоин войти в этот jājot, город. Jājot šajā pilsētā. И тогда та Британия, un которая была во многом протестантским движением, движима, и когда они получили этот, эту территорию под свой контроль, un, контроль тогда министр иностранных дел Британии, лорд Артур Бальфорд, он пишет главе еврейской общины Британии, viņš raksta Ротшильду, Ротшильда, он пишет, в вашем лице мы хотим сообщить, mēs gribam paziņot, что мы так счастливы, ka mēs esam tik priecīgi, что мы приложим все усилия, mēs pieliksim visas чтобы spēks, эта территория наконец-то стала спустя 2000 лет Россией, стала национальным домом, евреев, чтобы евреи спустя 2000 лет могли получить 2000 возможность туда вернуться и свою землю обратно. А потом разные политические движения, потом 48-й год. Эту территорию ООН дважды делит. Но в конечном итоге спустя 2600-700 лет пророчеств Исаии, Иеремии, Иезекииля, которые пророчествуют. Слышали ли вы что-либо такое? Видели ли вы что-либо подобное? Рождался ли народ, страна в один день, как Сион? Останавливается Израиль. А потом говорит, евреи земли северной. Это с начала 91-го года начинает идти. А теперь мы видим, как вот все эти события, военные коалиции, Иран, veidojas. Угроза войны сейчас с Хизбаллой, Ливан, Хезбалла, Ливан. Йемен, это все иранские Йемен. Сателлиты, которые сейчас Израиль ожидает войны не только с Хамасом, viņi gaida, а войны не только с сразу Хамас. На несколько фронтов, с Хизбаллой, Ливан, самой Ираном, потому что Иран достиг такого момента, когда un они Ирана... могут получить ядерное оружие в любой Иран момент. Ir gatav iegūt kodoli ieroči, un tāpēc viņi arī gaida и мы видим to. Эту коалицию, Раша, Иран и все остальные. Kriевия, так что, друзья мои, мы живем с вами вот прямо в гуще этих событий. Vienkārši pa vidu visam. И я глубоко уверен, un es ticu, что мы то поколение. Mēs esam tā paudze, что мы то поколение. Которое достойно. Закончу этой фразой. Я сегодня сказал ее сегодня. Es pabeigšu šo frāzi, что вот эта сестра она пожелала, чтобы вы умерли в один чтобы день. Чтобы вы умерли один. Es nomirtu vienā dienā, ko es dzirdēju savās kāzās. А потом мы поехали на служение в Иерусалим. Мы были в Иерусалиме большом uz Jeruzalem, uz kalpošanu. И Бог показал моей жене видение. Un Dievs parādīja redzēju manai sievai. Такое открытое видение. Ļoti, nu, и моя жена не бегает за облаками везде, ища эти вещи. Kaut kādā mākoņiem, tur kaut kur neskrējot pakaļ. И Господь показал ей un Dievs parādīja interesanti. Где мы знали, что мы не увидим смерти. То, ka mēs neredzēsim nāvi. Viņš parādīja to, ka viņi neredzēs nāvi. Nesastaps nāvi. Un es ticu tam, ja ka mēs nesastapsim nāvi. Мы участники всех событий. Es ticu, ka mēs esam dalībnieki šiem notikumiem, ka mēs neredzēsim nāvi. Es kam slučīju, ja... Nu. Хотел. Я верю, что это лучшая das идея. Это лабакая, если я смогу. Чем умереть в один день. Мы готовы к этому. Я, мы сам готовы. Но я верю, что есть у Бога лучше. Но девам и лабакая, если пришму, мы сестить там. Я скажу только zīmi, jā, один момент. Я только потекшу один момент. 2020 год. 2020 недавно. Не, не поясним насен. Прямо накануне пандемии. Теж перед пандемией. Кто-то из вас, я уверен, что большинство из вас знает это не. Мы с Даудзином то сам, но слабым в Нью-Йорке. Нью-Йорка. ООН. Апинутас площадь народов. И там кто-то подарил.
Un kāds uzdāvināja? Taku statuju. Statuju. Pamietnik. Nu, pieminekli. И это полностью ну, статуя в соответствии Та с... Та статуя, которая отбилась. Книги Откровений. Атласом Этот грамоты. Зверь. Зверс. Который там нарисован, описан. Курс уже апракстит. И они назвали это статуя мира. Пар мира статуя. И я подумал... Es подумаю. И это было так, как между прочим, ну, знаете, тас, и как, старп цита тех это не было такой главной новостью мира. Это не было главной новостью в той бреди пасауле. Все камеры не были настроены. Весь камерс не был вирзиц из того. Это просто как бы проскочило само собой. Так это не далось, так информация. Такая, информация как бегущая строка. Я узнаю над статуей. Но я подумал. Bet es подумаю. Это как некое заявление. Тас так и тас, ну, позиньоемс. Я не говорю, что это антихрист, который пришел. Я не знаю, это все антихрист уже из отнаца. Но, да? но для меня это было так, что как будто так, бы это как знак. Tas, kā zīme, и я выхожу из тени. Es sāku iet ārā no ēnas. Я начинаю себя делать видимым. Es sāku pamazām sev darīt redzamu. А потом через несколько месяцев пандемия. Un pēc kaut kādiem mēnešiem pandēmija. Странная история. Ļoti dīvains. Sās ļoti dīvains. Не успела эта пандемия закончиться, как началась пандемия, полномасштабная война. Сакас карш. Это война. А эта война уже влияет. Это не просто между Украиной, а уже весь... Tas весь пасал, большая часть мира. И если это не прямая война, как это у нас, тиеш, у кого-то это голод, потому что мы сибас, кормили tāpēc, mēs barojam, зерном, сельским хозяйством, а теперь там голод теперь из этого. Продукции. А где-то это природные ископаемые. Kaut где-то. Kur tas мы видим, что мир меняется, а теперь это Ближний Восток tagad вдруг. Tuvi Austrum pēkšņi. То есть... И Господь сказал, что он когда вы видите все это, visu, во-первых, Он сказал, не ужасайтесь. Считает, не бойтесь. Это хорошее слово. Не ужасайтесь. Не бойтесь. Не позволяйте не страху к вам прийти. А наоборот, когда Он говорит, что когда вы все отнак, вот это видите, visu, а будут еще разные космические эффекты, страшные zīmes, явления brīnumi, написано. Jā, и когда люди будут видеть явления, написано, они un, будут издыхать от страха смерти. Un citi tur no bailēs vienkārši, сейчас nu, мы видим землетрясение в mēs Турции. Redzam zemestrīs, kad bija Turcijā. Необычное землетрясение. Yeah. Сколько жизни унесло, да? Человек, вienkārši а aizgāja потом bojā. Это землетрясение запустило землетрясение по всему миру. Я не знаю, сака, если вы отслеживали. А я отслеживал. Es skatījos. И это череда землетрясений прокатилась stāds, по всему kā миру. Apgāja apkārt visai pasaulē. И землетрясение в 6, в 7 баллов, в 5 6, 7 баллов, 2, 3, 4. 4 всю землю уже трясет. Я сак, jo, турецкое землетрясение стало катализатором. Tas tagad katalizators bija tā Turcijas lielā zemestrīce. То есть мы видим война. Mēs redzam karš. Мы видим пандемию. Mēs redzam pandēmiju. Мы видим землетрясение. Господь говорил, будут землетрясения по местам. Teica, ka būs tāda. А слово по местам с оригинального текста значит, что землетрясения tas будут nozīmē, в таком būs. Порядке, что вы их не сможете предсказать. Tu nevarēsi paredzēt. Tas būs хаотически. Tur, pēkšņi, tur, никто tur. Не сможет их предсказать. Un tu nevari nekādīgi paredzēt И to. Мы видим, как эти события redzam, все происходят. Kā tas notiek jau šodien. Одно перетекает в другое, одно перетекает в другое. А во всем этом Господь говорит две вещи. Visā, divas lietas. Он говорит, во-первых, когда вы все это видите, Pirmkārt, jūs redzat, не ужасайтесь. Не baidieties. И знаете, что это еще не самый tu конец. Zin, ka tas nav beigas. Но это начало родовых схваток. Un tas ir dzemdības sāpes. В русском написано, это как что там, не знаю, как в русском, давайте как с оригинала, да, что начало болезней. Ну так и слимības sākums, ну слимības sākums, а в оригинале написано, что это начало родовых схваток. Ну, tas ir, jā, оригинально rakstīts, kā dzemdības sāpes. А что это значит? Ko tas nozīmē? Что время беременности, jā. Вынашивания, ka tas laiks, kad bija стабильный. И все женщины zin, улыбнулись jā, в этот момент. Saprot. Беременность закончила. Jā, ну iet uz beigām. Грудничество iet uz beigām. Основного всего завершилось. Я главный период сир погаис. Родовые схватки начинаются. Это значит, что осталось день два три. До рождения. Я лид земдиба. Но когда схватки начинаются, но когда сакаши сар.
Все женщины опять улыбнулись. Сакал-сак, смотри. А я знаю, что это такое. Я рожал дважды с моей женой. Я рожал, я. Ты стоял рядом. Я рожал, я был рядом. Я знаю, что это значит. Я был блакам, я всегда был блакам. И первенца нашего я раньше увидел, чем моя жена увидела. Он стал первенцем, то есть я родил первый. Сиеви родил только подстав. И когда он родился, это мне... Это, давай. И так, ну давай. И я сделал. Я это что издарил, я. А моя жена схватилась за мою руку, ну, все это часы. По ней, ман руку. Так что не знаю, кто больше рожал. Я курш вайрак, тур дземдей, под незыми исты. И второго мы рожали вместе. Он отрыва, а я сарик бей клад, когда отрыс тык дземдей. Поэтому я знаю, когда это... Эрзик, это снозим. Но когда родовые схватки начинаются, мы знаем. Всякая, и начинается все с одной. А потом эти схватки сильнее. И промежутки между ними все меньше. И амплитуда сильнее. А промежутки между ними меньше. И мы видим, как эти родовые схватки сейчас начинают учащаться. А амплитуда событий начинает увеличиваться. Одно перетекает в другое. И, но когда Господь говорит, когда вы все это видите, он сака, это поднимите свои головы, потому что близко тапец, тубу, ваше юсу, избавление. Юсу пестишена. А насчет знака? Насчет знаков, знаете... 666 этого знака. Я скажу не насчет 666, а я скажу насчет того, что то, что раньше мы еще не могли предположить, мы думали, как это возможно, да? И кто-то, конечно, не принимает этот... Кац, не пеньем. У меня паспорт. Man ir pase. Этот, и там биометрический паспорт. У меня биометрический. У вас же тоже, да? Ну, чипс, и кто-то, конечно, не принимает, чипс, отказывается, думает, что он принял. Кац, не пеньем, я, пеньем, что чипу. Неаккуратно. То есть, не зенот. Как, знаете, случайно забеременела. Так, не я уж и клюв ставокли, как мы я уверен, что случайно мы не сможем принять это начертание, что это будет, во-первых, абсолютно... Это будет абсолютно... Выбор осознанный. Обзинат, извел катра. Я когда к вам еду сюда, я приезжаю через Польшу, да? То есть какой у меня путь к вам? Чтобы приехать к вам, я сажусь на поезд и приезжаю через Польшу. У нас нет самолета, у нас ничего не летает из-за войны. Теперь мы хотим, чтобы у русских тоже ничего не летало. Поэтому мы посылаем к ним свои дроны. Дрон СУ, там на их аэропорта и так далее. Если вы портите нам жизнь, мы хотим, чтобы вы тоже почувствовали. Лаю что союз, кто-то снова. Что вы сеете? Пожалуйста, пожелайте. Я лучше, но что, когда ты въезжаешь в Польшу? Ну, когда ты ебрал с Полия, то тогда ты идешь в зал ожидания пересесть на другой поезд. То и парсайдесь с цитвилцем, но то узгай дома. Но чтобы зайти в зал ожидания? Но я лаете, узгай дома. Там есть такая сильная польская женщина. То и лед специк сивет полет. Моцнокобетка. Ритик тад. Моцнокобета. Это сильная женщина. Ну да, ну лед стипр сивет. Это по-польски. Моцнокобета. О, моцнокобета. И они такие. Ну лед стипр тад сивет. И ты показываешь ей билет. Ну то рады не билеты. А она достает такую страшную печать. Это брезмик зимок. И тебе на руку. Ну, с рукой. Делает штампик. Ну, злой штамп. Зимок с рукой. В виде медведя. Не знаю, почему виде медведя. Лацис, капец, бет, ну, лацис, я. Может, у них в детстве не досмотрели мультики про медведя. Я не знаю. Мултен, скатаясь, по Латвии, не знаю. Я уже это вижу уже, как они это делают. И я уже приезжаю с распечатанным этим билетом. Я говорю, не ставьте мне, вам сюда поставьте. Ну нет, ей надо обязательно на руку. Я говорю, спасибо, что не на левую и не на лоб. Но ты видишь, как мир начинает к этому готовиться. Конечно, у них нету никаких этих идей, что это антихрист, что это печать. Но ты видишь, как потихонечку мир начинает готовиться. Но что в этой истории самое плохое? Мы видим развитие технологий. Мы видим, как технологии мы видим, как искусственный интеллект развивается уже до такой степени. И сегодня основатели искусственного интеллекта, они говорят, что мы достигли до такой точки развития, что, возможно, он станет самой большой угрозой существования человечества. Сегодня искусственный интеллект уже достиг до такой точки, что
jau tādā līmenī attīstījies, ka mēs nevis viņus izpētām, viņš jau mūs sāk pētīt. Un tad, kad viņi mūs izpētīs, un tā to informāciju viņi dalās pa visiem tīkliem. Visiem, chat. Кто ты есть эти? Да, вы все знаете, вы лучшие айтишники, чем я. И он развивается. И тот, кто создал вот этот чат, он подал в отставку с Гугла. И он сказал, что... И ему задали вопрос, почему у вас с такой позиции ушли вице-президент, один из ключевых основателей. А он сказал, потому что я вижу, что мы создали монстра, и мы уже не можем его контролировать. И, к сожалению, я чувствую свою ответственность. И ему задал вопрос, он говорит, так, ну, разве нету такой кнопки? Розетку выдернуть. А он говорит, уже не поможет. Помогает. Уже они живут своей они, уже жизнью. Они как живут, как саму жизнь. И когда ты читаешь про Антихриста, Антихриста, и про вот это начертание этого, да? Про то зимы. Тогда ты видишь, что там написано, что будет образ Антихриста. Veidols, которому дана будет власть, kuram būs dota vara, убивать всех, кто не поклонится. Nogalināt visu, kas viņu nepielūgs. То есть не сам Антихрист. Не пац Антихрист. Ну, сам Антихрист, он же не Христос. Viņš taču nav. Он же не всеведущий. Он же не... Viņš nav visu resošs, nav kā Kristus. Одновременно быть везде. Viņš nevar būt visu. Это человек, который, к сожалению, выбран дьяволом. Tas ir, diemžēl, cilvēks, kas ir izvēlēts. И написано там это место, которое обречен на погибель, да, в нашем переводе. Un pašās mēs zinām, kāds, ko viņš sagāja, kāds gals sagāja. Он, что он это как сын погибели это у нас а в оригинале обречен на погибель что ну, что ему нулэмс. Уже что его уже конец предначертан. Виням я вера. Это погибель. Но тает свинья галс. Он жизнь галс. И тогда написано, что что у него он будет это же человек, да? Это человек. Политик, это деятель. Политик свой как Дарбонс. И кстати, он поднимется на одном таком вопросе. Винчо поцелся с Швена тогда. Что он заключит пророки книги пророка Даниила в 12 главе написано, что Даниил грамота это заключит. Viņš noslēgs mieru. Святой Завет. Jā, и что в русской Библии написано, что даже вождь Святого Завета он под тас вадонс. Будет потерпеть поражение от него. И когда ты думаешь, это вождь, Святой Завет, ты Святой. Думаешь, неужели это Христос? Неужели он победит Христа? Иногда русский, как это, синодальный перевод иногда бывает синодальный перевод. Лёд из синодалс. А оригинальный перевод, когда начинаешь изучать, ты понимаешь, это не Святой Завет. Tā nav runa par svēto savienību. В оригинале это договор о святынях. Tas ir līgums par svētajām vietām. Этот человек поднимется. Viņš piecelsies. Он принесёт на время мир. Viņš atnesīs mieru uz kādu laiku ar visām svētībām. А предметом этого мира. Bet miers būs. Будут договор о святынях. Tas būs par līgums par svētajām vietām. И, конечно, когда мы говорим, что евреи согласятся, еврей пекритис, то мы понимаем, что это вопрос о храмовой горе. Ir, а возможности построить храм, jā, viņi tur uzcel savu в котором templi. Он же Антихрист сядет. Un pēc tam Antikrists tur pats iesēdīsies. И назовет себя Богом. Un pats sev nosauks par Dievu. Помните, мы говорили с вами из Даниила, что только одна седмина не исполнилась. Tikai viena только одни 7 лет, а в половине этой седмине. А написано, мерзое запустение придет. Atnāks, будет храм, pretīgums. И Антихрист сядет в этом храме. Jā, un, и он провозгласит себя Богом. Viņš pasiņos, и тогда мы знаем, что это последний un, zinām, tas ir pats pēdējais, момент. Jau, так tas, что этот Антихрист, jā. Он поднимется на, именно на... Антихрист поцелсies. Он этот на время принесет вот этот этим viņš договором atnesīs, мир, jā, it kā ar to līgu mieru, который позволит ticībā. Евреям контролировать храмовую гору jā, и позволит храм, построить им храм. Kalnu, а о чем сейчас вот эта война Хамаса против Израиля? Официально причина, потому что евреи начали подниматься на храмовую гору, официал, а еще один религиозный помыслил себе такое, чтобы viens... принести овцу там в жертве на храмовой горе. Ja, un tur viens kaut kāds religiozais и тогда Хамас возревновал авиа, и сказал,
Это битва за храмовую гору. Он Хамас позвонил, это вы должны понимать, это религиозная война, это духовная война. Это сигарет, это война за Иерусалим и за храмовую гору. И так он поднимется на этом договоре, а вот вот этот вот договор. Это слигумс. Это термин международного права. Это сира термин. Конфедерация. В оригинале слигумс. Конфедерация. А конфедерация – это термин международного права. Так вот, что означает формулировка этого международного конфедерация? Это значит, что несколько стран или несколько международных игроков, они жертвуют частью своего суверенитета, не всем суверенитетом, а частью только своей какой-то суверенитета в какой-то коллективный орган по какому-то конкретному признаку или несколько предметов. То есть будет коалиция, договор, лигумс. А предметом этого договора будет именно святыня. Он тут будет срон про святая вета. И тогда вот эти главные игроки, он тут главный спелатай, они договорятся, вини веносис, и он принесет эту идею, видимо, вини чатности эту идею, и на время придет мир. Он отнак скад лайб будет мир. Мир. Вис, ох, как мир. И процветание. Он саксес лап лайб. Вот искусственный интеллект. Макс, мы говорили о том, что вот эта цифра, да, вот это что будет, не сам антихрист будет убивать. Не, пац антихрист ногал нас. Образу его будет дана такая власть. Виня тайлам будет дот тад. Чтобы все, кто не поклонится по всему лицу земли в разных странах. Вися свался, если кто-то не поклялся. Они будут убиты. Винь будет ногал нас. А это значит, что что-то проникнет во все дома, во все страны, во все города. Майас, вися свался, сколько. А мы видим, что из-за этой войны мы видим, как все из-за секьюрити, безопасности все это глобализируется, вся а мы видим искусственный интеллект, и мы видим, насколько он развивается, что сегодня мы уже говорим, уже Skype, это уже прошлый век. Мы сегодня говорим Skype со сервака. Уже Facebook придумал, что уже очки виртуальные. Когда с виртуала сбрился. Ты идешь, и в прямом эфире все, что ты видишь, ты сразу стримишь в прямом эфире. Мы видим, как этот виртуальный мир. И сегодня они сказали, несколько недель назад они буквально сказали, что давайте позволим искусственному интеллекту обрести тело. И это мясо. Радись меня мясо. А что это значит? А кто-то снова займет. Он обретет оболочку физическую. Меня будет физический термин. Если мы поместим эти, если они поместят этот искусственный интеллект. Я винтю интеллект электрический. В эти тела, то таких антихрист один. Антихрист сервенс. А вот эта вот система. Это система. Если ее настроить нужным ему образом, она будет в каждом доме. Она будет подсматривать, что делает верующий. Если ты помолился, ты полудзи, голову сняли. Потому что написано, что в это время цена за спасение, за веру в Иисуса Христа будет снимать головы. Так что мы с вами живем... Друзья, в очень такое хорошее время. Мы сделаем лед интересного лайка. Лучше сейчас. Лабах так. Так что система, вот интеллект и эта система, я вижу, она настолько развивается. Та система, та так атеистит. И сегодня все эти философы. Весь философ. И вот эти все айтишники. IT-специалист. И политики. Он политик. Они говорят, что вот здесь самая большая угроза в ядерной войне возможности и искусственный интеллект. Поэтому мне кажется, что думаю, что эта система так себя развинет. Та система та так сатистит. Я думаю, что она будет использована просто в этом смысле. Да, в каком виде это будет, я не знаю. Катас будет, не вертел патейт, бет. Что это будет? Yeah, как это будет? Мы можем только предполагать. Yeah. Но все, о чем мы с вами поговорили, риско, шодien runājam, просто говорит о том, что tas runā par to, мы в гуще событий. Mēs esam pašā vidū, если вы думали, что у вас трудности, я думаю, кем-то грутības. Мы уже попали. Я изгибусь и перецинал, мы сделали раз. В хорошую историю. Я мы сам лава, стаса. Что Бог делает свое. Я бы Девс дар савею. Амен. Амен.